For Cosmodan. Your kindness. Лорд Олимпии, Зевс. Наказанный за то, что помогал Сентинел в их смертной борьбе, Зевс был сослан богами и лишен большей части своей силы. Даже будучи ослабленным, его атаки молниями не та вещь, чтобы шутить. Он владеет магией, которая повреждает несколько врагов, делая его на поле боя против всех, кто встанет на его пути, очень свирепым и сильным защитником правды. Бросай, пожалуйста. Бра. Эх ты. Ща. Жесть, вот это вообще мясорубка какая-то. Но мы в Хейле стоим. А, мы умерли, да? Нормально. Ультанем. Сейчас рефреш будет. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас наконец-таки гайд на Зевса. А это значит, что сегодня я вам расскажу, как работают его способности. Ну и, конечно же, я вам сегодня поведаю секреты третьей способности, друзья. А то вы все просили, расскажи нам, Зевс, как же работает у нас третья способность на Зевсе. Сегодня я вам все это поведаю, друзья. Не переключайтесь и поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Arc Lightning. Это способность, позволяющая очень прикольно харасить оппонентов, при этом еще добивать крипов в ранней стадии, но это вы увидите еще на практике, друзья. Благодаря тому, что у этой способности маленький монокост, эта способность прямо на, ну, пушечная. Я вам сейчас поведаю все секретики этой способности, друзья. Что ж, смотрите. Данная способность у нас прыгает несколько раз, наносит определенное количество дэмэджа в зависимости от уровня прокачки и имеет свой монокост и маленький колдаун, друзья. Что ж, давайте прокачаем. Хоткей у нас С. Дальность применения этой способности 850 единиц. Ну и дальность отскока этой способности 500 единиц. То есть, смотрите, закидываем в тролля. И пошла молния вот так, тык-тык-тык-тык. При этом дэмэдж с этой молнии не уменьшается, когда вот, знаете, отскакивая второй раз, третий и четвертый раз. Дэмэдж постоянный, в зависимости от уровня прокачки. Очень прикольная тема, позволяет вот так вот очень много внести дэмэджа, ну и это реально годно, друзья. По уровням прокачки тут все просто. На первом уровне 5 раз прыгает, наносит 85 урона. На втором 7 раз прыгает, 100 урона. На третьем 9 раз прыгает, 115 урона. И на четвертом 15 раз прыгает и 145 урона. Друзья, вот эти прыжки, они не могут вот так вот между собой прыгать. Они прыгают. Если уже одну цель продамажили, то они еще раз эту цель не смогут эти прыжки продамажить. Поэтому запоминайте, тут нету такого, как, допустим, Глейв и Луны, они вот так вот между друг другом будут прыгать. Или как Дезвард у Вич-Доктора. Тут такого не будет. Тут прыжок один только. То есть просто отскакивание, можно сказать. Допустим, от этого персонажа отскакивает в это, и все, и пошло дальше. Очень прикольная способность. Колдаун этой способности 1.75, то есть, блин, 1 секунда КД. Ну, 2, ладно, 2 секунды КД. И, конечно же, монокосты. 65, 70, 75 и 80 маны. Очень классная тема. Друзья, эта способность наносит магический урон, поэтому на БКБшных юнитов это работать не будет. Ну и, конечно же, Линку можно сбить этой способностью. Реально очень крутая, друзья, способность. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем уже тогда на вторую способность, на следующую. Вроде по первой все понятно. Прыгает, дамажит, маленький монокост и хороший колдаун. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность — это Lightning Bolt. Болт — это у нас очень сильный нюк на этом персонаже, который позволяет очень много внести урона таргетно и очень сильно-сильно продамажить, друзья. Реально, при этом у него еще есть свои плюшки, которые дают True Sight. Это очень важно знать, друзья, которым вы будете палить и варды, и оппонентов, находящихся в инвизе. И, в принципе, будет еще давать очень хороший вижен, друзья. Об этом мы сейчас поговорим. Что ж, давайте прокачаем данную способность. Хоткей у нас G, как видите, не J, а G, вот вы видите сейчас, да, видите, G, вот это вот она выделена, окей.
И смотрите, давайте поговорим уже о этой способности. Первая тема, которая есть у этой способности, это дальность применения 700 единиц. При этом есть радиус поиска цели 375 единиц. То есть вы можете дать эту способность вот так вот в пол, если вот тут никого не было в этом радиусе 375 единиц, если наша молния никого не нашла, то, к сожалению, вы просто просветите вот так вот здесь вот такой просвет дадите. Просвет отдается на 4,5 секунды, при этом еще 4,5 секунды у вас от этого true sight'а будет. Я вам чуть позже его покажу. Ну и давайте вот так вот сделаем, наверное. Видите, вот до тролля сейчас не достало. Вот сюда кастанем, и в тролля доходит. Радиус 375 единиц. Сработал. Наша способность нашла оппонента. Можно направлять тупо на оппонента, чтобы его дамажить. Можно направлять рядом. Рядом, но так вы можете, допустим, если два героя рядом будут стоять, то вы непонятно в кого эту молнию засадите. Поэтому, друзья, нужно быть с этой темой аккуратнее. Ну и что ж, true sight, да, на 4,5 секунды. Закидываем сюда молнию, можно закинуть в оппонента, неважно, и мы видим вот эти варды. И в течение вот этого времени, 4,5 секунды, мы можем снять эти варды. При этом мы будем видеть еще и оппонентов. Это очень годная и крутая штука. Следующий момент на нашей молнии, это то, что эта молния, во-первых, она дает микростан, при этом может сбить ТПшки, вот эти все ченнелинги и другую тему. Ну и, конечно же, в зависимости от уровня прокачки, она имеет у нас тут свой урон, данная способность. Как я много информации выдал, да, вам, ребят? Давайте посмотрим по уровням прокачки. Урон прокачивается у нас 100, 175, 275 и 350 урона магического. Мы можем нанести на ласт левеле с этой способности. При этом у нас КД 6 секунд и монокосты 75, 95, 115 и 135 маны, друзья. Данная способность у нас наносит магический урон, поэтому на БКБшных эта способность не работает. В линку эта способность может залететь, но, смотрите. Я, если честно, тестил линкен, прописываем. Линка почему-то работает некорректно у меня в лобби или как-то так. Она у меня даже, в принципе, не сбивается. Я не понимаю, почему так, но в нормальной игре второй спелл должен блочиться линкой. Тут я, к сожалению, не смог, ребят, проверить. У меня линкой почему-то тут не работает. Но в теории он должен, линкенсфера должна, она должна блочить второй спелл целиком. Вообще написано, что блочится вот этот микростан в 0,1 секунду. Но я думаю, что должно блочиться именно полностью. Ребят, я пересоздам лобби, потом и вставлю здесь еще вставочку. Что ж, друзья, вот такая вот у нас способность. Она позволяет у нас очень много продамажить. Имеет хороший монокост. Имеет true sight. То есть можно в землю бахнуть эту способность, чтобы видеть что-то невидимое, видеть всех персонажей, и дает отличный вижен. Вот вы посмотрите еще раз, смотрите, оп, вот так вот дается. Друзья, в общем, это у нас вторая такая способность. Давайте переходим уже к пассивке. Сейчас вы тоже узнаете очень много интересного. Итак, друзья, переходим мы уже к третьей способности, и тут вам сейчас будет очень интересно. Друзья, данная способность позволяет сжечь хитпоинты всех оппонентов, кто находится в радиусе 1200 единиц, в случае, если мы прожимаем какую-то из наших магий. То есть первую, вторую или ультимейт. Это очень сильная способность против тех, у кого очень много хитпоинтов. Я вам сейчас это примерно докажу. Друзья, смотрите, давайте поговорим по уровням прокачки, а потом перейдем уже к нашим тестам. Смотрите, 5%, 7%, 9% и 11% от хитпоинтов, которые в настоящий момент у нас. То есть, понимаете, то есть вот сейчас у нас там 1000 хп, и при юзании нашей магии 11% от 1000 хитпоинтов у нас улетает. Правильно? Правильно. То есть от настоящих хитпоинтов, а не от максимальных. Есть значение от максимальных, есть от настоящих. Поняли? Надеюсь, поняли. В общем, смотрите. Почесали репку, так сказать, и переходим к разбору. На F у нас ходки, прокачали данную способность. Давайте прокачаем ее троечку. И, кстати, табличку я вставлю после обзора. Я вставлю табличку, и вы посмотрите, насколько это жестко. Переходим к нашему тесту, чтобы показать, насколько это жесткий спелл. Друзья, у нас есть два пуджа. У одного пуджа 3000 хитпоинтов, у другого 1000 хитпоинтов. Давайте посмотрим, сколько этим пуджам нанесется урона за 5, за 4 применения моей молнии. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Смотрим хп. Тут примерно 830 и 1100. Ну, сколько? 200 хитпоинтов тут сняло. А тут сколько? А тут сняло 800. Просто за 5 применений. При этом я применил вторую только 5 раз. То есть, заметьте, какая разница. 800 хп просто так в АОЕ улетело.
или 200 хп. Вот в этом и фишка данной способности. То есть вы можете вот так вот делать. То есть посмотрите, если присмотреться, то урон наносится так тык-тык. Посмотрите. И очень жестко вырезает наших оппонентов. Вы просто посмотрите, как они пострадали. Вот такая вот у нас тема, друзья. Смотрите, эта тема у нас не работает на БКБшных юнитов. Те, кто находится в БКБ, соответственно, наша пассивочка сработать не сможет, друзья. Ну и что ж, так как это пассивка, она отключается Сильвер Рейджем. Но я не думаю, что кто-то Зевсу специально будет пассивку эту выключать. Типа, ну, я не знаю, честно, я в это не верю, друзья. Напишите в комментариях, верите вы в это или нет. Что ж, и самое интересное, вот посмотрите на вот это вот. Где? Вот как? Блин, я так давно гайды не записывал, что я уже не знаю, куда показывать. Вот сюда. Вот, да. Блин, это тяжело. Это реально тяжело. Вот в эту табличку смотрите. Такое вот количество раз применений нужно сделать, чтобы сжечь определенное количество хитпоинтов. Посмотрите. Вот, допустим, на last level видите 75% здоровья, 3 применения. Это что такое? Это вообще какая-то нереальная неистовая тема. Это жестко, друзья. В общем, эта способность очень сильно вырезает у нас силачей. Ну что ж, я думаю, данная способность вам уже ясна. И вы можете смело приступать к душению оппонентов. И что ж, и переходим мы пока что к ультимейту, друзья. Ну и что ж, самая интересная способность, которая у нас есть на Зевсе, это, конечно же, Thunder God's Wrath. Это способность, которая позволяет у нас нанести урон глобально по карте. Да, то есть эта способность не имеет у нас никакого таргета, ничего. Мы можем просто нажать Hotkey W, прокачали данную способность. И всем юнитам, оппонентам, кто находится у нас на карте, нанесется урон. Урон в зависимости от уровня прокачки становится больше. Смотрите, 225, 350 и 475 урона мы можем нанести раз в 90 секунд, друзья. Перезарядка у нас тут не меняется по уровням прокачки, но увеличивается манакост. 225, 325 и 450 маны будет требоваться для того, чтобы нанести оппоненту определенное количество дэмэджа. То есть 450 маны, 475 дэмэджа. Вот такая, друзья, способность. При этом, неважно, где вы находитесь, ребят, вы можете с базы ультовать. То есть Зевс, вы сами прекрасно знаете, что такое Зевс. Видите, у кого-то там лох? Ага. Все, умер чел. Но на эту способность есть свои также плюшки, друзья. Во-первых, что нужно знать. Данная способность дает вижен на всех оппонентов. То есть, смотрите, допустим, у нас если вот сюда пуш уходит, то смотрите, мы нажимаем ульт, и его вот тут становится видно. То есть, мы его увидели, идет определенное время, посмотрите, проходит, оп, и все. И время заканчивается. Также эта способность у нас дает True Sight. Но True Sight дает не на 4,5 секунды, как тут, а на 3 секунды. То есть этой способностью, ультимейтом, также можно кого-то пропалить. Есть еще такая приколюха, которая помогает избежать ультимейт Зевса. Это, конечно же, Линкен Сфера. Как видите, у Пуджа у нас тут есть Линкен Сфера. То, что ему урон нанесся, это с пассивки, друзья, не смотрите. Посмотрите, сколько этому Пуджу нанеслось и сколько этому, друзья. Линкен Сфера решает вопрос с ультимейтом Зевса. Ну и не стоит забывать о том, что у нас еще есть смоук. Смотрите, вот этих персонажей скрыло. Тут дальность смока не помогла немного, вот. И смотрите, персонажи у нас не получили урон. Я вам сейчас еще раз это покажу, чтобы мне не говорили вы там в комментариях, что я там что-то не то делаю. Смотрите, итем минус итем смоки. Итем смоки. Сейчас заюзаем смоук. Так, отходим подальше, но чтобы видно было. Оп, юзаем смоук, персонажи пропали. Нажимаем W. Вот этим юнитам нанесся урон, а этим не нанесся, потому что мы их не видим, но мы их пропалили. То есть, получается, дэмэдж по ним не проходит, но мы их видим 3 секунды, то есть, дается True Sight. Вот такая вот у нас, друзья, способность. Естественно, на БКБшных юнитов наша способность работать не будет, но также даст Vision, друзья, даст Vision. Так как у нас магический урон, у нас тут нет никакого чистого урона, конечно же, Зевса очень сильно контрит БКБшки, пайпы, худы, всю вот эту тему. Насчет мипа, мипа бьет только основного. Наш ультимейт, к сожалению, так. Иллюзии наш ультимейт также не бьет. То есть, допустим, если есть фантом ВС, вы можете нажать W, и в драке, допустим, если много фантома, вы увидите настоящего. То есть, вот такая вот у нас способность, друзья. Надеюсь, ничего не упустил. Ну и что ж, у нас тут есть еще ультимейт, так сказать, апгрейдер, то есть аганим, да, аганимчик. И давайте пропишем. Айтем 300 у нас это аганим. И, конечно же, что у нас тут меняется? У нас возрастает, к сожалению, с аганимом только урон.
На первом уровне 440 дэмэджа становится, на втором 540 и на третьем 640 дэмэджа становится. Это реально очень много, друзья, 640 урона, реально. Вы прикиньте, просто по карте. Но это, конечно же, без учета всяких резистов, но 500 урона вы спокойно нанесете. Это круто. Плюс еще, если рефрешер соберете там и дискорд, это будет очень-очень много урона. Ну что ж, друзья, вроде все рассказал вам по данному персонажу, вроде ничего не упустил. Сейчас будем уже переходить к практике. Я, наверное, соберу Зевса в дефолтного Зевса. Пойдем через мид, пойдем через троечку. И, наверное, фаново в урон, там, знаете, по фану с Абиссалом, да? И будем душить, друзья. В общем, вот такой вот у нас герой. Я надеюсь, этот гайд вам понравится. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаете. Ждите своего героя на гайде, друзья. Но не забывайте, что очень много уже гайдов вышло. И не ленитесь зайти в вкладку видео и посмотреть и найти своего героя. Друзья, в общем, пожелаю всем приятного просмотра. И поехали смотреть геймплей. Так, ну что, друзья, загрузились мы. Что ж, будем сегодня играть на Зевсе. Это значит, что сегодня будет, наверное, весело, а, наверное, не весело. Что нам вообще для Зевса страшно? Зевсу страшны такие персонажи, как Антимаг, там всякие вот эти вот персонажи, которые держат резист. Хускар, допустим. Вот Тини тоже будет неприятен тем, что он может просто прокастами душить, и все, и ГГ. И ГГ. Так что, друзья, ну, не будем тянуть. Поехали. Поехали. Наш герой, в принципе, может изи перекрывать всех. Гоу. Гоу, вот так вот сделаем. Поехали. Поехали. Кем хочешь, ГЛ. Все, вот так вот делаем. Ребятки сейчас понапикают и поиграем. Будем выходить в ботл, так как идем через центральную линию. Будем делать ботл, скорее всего, будет... Но дефолт на аркану я не хочу. Постараемся выйти в дайгер сразу же после ботла. Ботл, дайгер и пытаться как-то овнить просто своей мобильностью. Постараться где-то как-то промобильничать немного. Но тут, видите, тут два вот этих тяжелых героя, которые будут напрягать меня. Но, в принципе, это не проблема. Не проблема. Сейчас вот этот чел пикнет Сларка, скорее всего, какого-нибудь или Легиона. Что по однокнопочнее, потому что с этим игроком я уже играл. Максимально однокнопочный персонаж у нас там сидит на первом слоте. Да. Так что, друзья, будем пытаться как-то переворачивать игру за счет понимания. Держи. Держи. Так. Ботлик нам в студию, друзья. Взяли 3 маны специально, чтобы сейчас подвивать крипов с молнии и потом взять ботл. И будем душить. А, Сларка у нас забрали. Понял, понял. В любом случае, дайгер, Еул, возможно, сделаем. Посмотрим тут. На самом деле, очень много билдов существует на Зевса ранней стадии. Ну, дайгер 100%, потому что будет позволять нам убивать оппонентов прямо на расстоянии, запрыгивать, душить. Возможно, дискорд сделаем. Дискорд очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Вот, Sacred Warrior, да, против нас Самото. Самото против нас. О, вот этого лучше, пацана. Опа, ну, ману сбили мне. Эге, все. Я ушел, пацаны. Очень много потерял, я потерял 2 маны сейчас, и ничего мы не взяли, ни монеты, ничего абсолютно. А Тинники чел не подойдет здесь. Будем с руки бить. О, че, некр пришел подроумить, что ли? Его драться. Команды нет. Жаль, что крипы. Так, ботл есть. Жаль, что крипы. Так, хорошо. Пойдет. Отлично, возьмем третий, потому что хочу сжигать хитпоинты дополнительно. И будем потом 2-2 на четвертом левеле, прям начнем хорошо харасить его. Цена. На четвертом прям хорошо начнем работать по нему. Не успеваю уже. Микроконтроль оставляет желать лучшего, друзья. Ну, старее, что поделать. Давай, бей его. Молодец, найти неприкольный человечек. Человечек. Человечек прикольный на Тине. Не знаю, я всегда беру молнию, потом двоечку максимум, нормально. Душить можно. 120 мана у чела. Переагривает.
Он тоже хочет, наверное, ботл выйти. Ботл выйти. Отвратительная анимация атаки у Зевса. Вообще просто отвратительнейшая. Я ее не очень люблю, потому что, ну, рили. И кайфы. Так хорошо протанчили, берем. Джи. Сейчас руна будет. Погнали, рано рунку сбегаем. Сапожок есть у нас, гоу сапог. Хорошо, и погнали. О, дабл дэмэдж, сейчас будем с руки вас хитить, ребятки. Погнали. Берем вот так сапог и одну ману. Поехали. Успеваю, не успел добить, печалька. И души. Задушил. И Ника на миду. Хорошо. Погнали на низ, на руну. Если там руну не забрали, то очень хорошо. Очень хорошо. Так, ну Тини уже в просадке. Сейчас будет пятый левел. Сейчас начнем просто верхними спамить по Тинику. Он офигеет. У него там... А, ботлайн. Туда. В пятом левеле начнем по Тинику долбить. Оп, топором ему, молотком. Молотком вообще. Вообще у него же у нашего героя молоты. Ах. Хорошо. То есть я не люблю, когда прям пытаются на меня максимально. Не надо. Честь. За это что собака. Прогоняем просто верхними его. Все. Можно соул сейчас сделать. Вообще в мане нуждаться не будем. Давайте так и сделаем. Хорошо. Хорошо. Парень в шоке. Форказмодан. За космодон. За космодон. Нормальная фраза. Каев. Хорошо. Погнали. Тини СС ушел, да. Тини ушел, нет, Тини пришел. Хорошо. Стиков. Что, делаем вид, что уходим. Подойдет поближе. Он ушел на базу. Я понял. Подзакинет крипов, идет на базу. Ну, можно на низ сходить, есть шестой левел. Тини пока в просадке. Я могу снайпера убить за пару нюков. Ресульта. Тиника я там не забрал бы. ХП. Кура меня палит. Найс. Nice. Появись. Хорошо. Мана кончилась. Мана кончилась. Он на торнфилах. Хорошо. На торнфилах лучше, чем быстрый. Регенится очень здраво. Хорошо. Хорошо, го маны дам. Вот, погнали на руну, как раз сейчас руна будет. Долго мы 2 минуты бегали целых. И Тини вышел, там такой бедный лоу хп убегает. Нормально, сейчас попробуем в дагер, ребят, с такими артефактами и в дагер. Если хаста будет, вообще отлично. И Тиника на минус задрочим. Плохо. Плохо. Некор. Плохо. Вот так пройдемся. Несуем. Хорошо. Бедный Тини. Бедный Тини.
Раскачиваем дальше, раскачиваем первую, вторую. Посмотрим, как по нужде. Если нужно будет хп выжигать, то, конечно же, будем вкачивать третий. Третий вообще отличный спел, он типа процентовка, вообще страшно. Я даже не знаю, что будет лучше раскачивать. Раскачивать третий или первый. Но первый это чисто стабильный дэмэдж. А третий от максимальных хитпоинтов. В этом дело. Так что хз. Это я хз. Я всегда первый. По старинке первый всегда раскачивают. По старинке. А где там саппорты стоят, чилят. Чилят саппорты у меня стоят. Работают. Пацаны работают. Можно в Bloodstone выходить. Можно в Bloodstone выходить вообще. В Bloodstone вообще мана бесконечная. 1100 есть, сейчас руна будет, да? Хорошо. Проспамим крипов. Пойдем. Лучше пришел. Давай этого крипа сюда. Хорошо, погнали. Погнали. What's happening? Флаг залагал. Стоит на стрёме. Хорош. Покушать принес, так сказать. Поехали. Так, ну что, спамим тупо верхними его и все. Так, пуч бежит. Бежит. А у меня тут крипы заступаться выбежали. И вовремя. Не хороший тайминг. Хороший тайминг. Поймал. У Джа нет смысла под транквилой спамить вообще. Вообще нет смысла. Ой, ужас. Что-то расчихался в последнее время. Так, ну что у нас там по игровому процессу? О, Пуджа настигли. Там тини сейчас можно на тини нарваться. На тини можно нарваться. Не забывайте про то, что можно варды снимать вторым. Если думаете, что где-то вард есть, обязательно попробуйте жахнуть молнией. Что у нас на топе? А, Хускарло хаповый. Но не, этого делать я не буду. Его там молния ничего не нанесет. Молния ничего не нанесет. Хускара будем тяжело убивать. Даже не знаю как. Магии Хускара не пробить. Вообще никак. Он специально пикнул. Понятное дело. Руна есть, да, руна. Успею забрать там пудж. Но главное пуджа. Боятся все остальное мелочи. Ща уже. Дагерок. Дагерок уже есть, ребят. С дагером начнем активно играть. Надо овнить. Погнали продавать эту хрень всю. Их не будем делать уже, будем во что-то серьезное выходить. Там очень много жирных героев. Я даже не знаю на самом деле, что будет профитнее. Аганим-то в любом случае профит имеется с Аганима, но одним Аганимом там не убить Хускара. От Хускара даже как бы Сильверейш не пришлось собирать. Блин, такие крипы внизу сладкие, просто с двух нюков падают. Жесть, некролайт вообще. Кайф. Гоу туда. Раскачали мы первый. Оп. Стопэ, не души. Хорош.
Ларкич, прыгай. Мана кончилась. Буду с руки душить. Там вард все видели, да? Тут вард. Надо второй жахнуть. Подождем Сол Ринга, жахнем. Нормально. Я ненавижу эти варды, на них невозможно направить просто, ребят. Вот у кого такая же болезнь есть, тут просто невозможно этот вард. У него настолько помойный этот хитбокс, это жесть. Вот пытаешься направить на него хрен направишь, я вам отвечаю. Просто. Невозможный хитбокс у варда. Тем более, если крипы вот так приходят, ну, типа на А само кайфа так, по кайфу чисто на А ласт хитить. Блин, а так хрен за ласт хитишь его. По-другому никак просто. Кого попробую? Через фатала, через голема. Армлет, да? Плохо. Может, даже не убьем. Плохо. Куда пошел? Стоять. Отлично. Чел потерялся сразу. Отлично. А, голем, вот единственное, что может голем перекрывать пьер дэмэджем пульверайзами. Уф. Пульверайзы будут его душить. ОТ-шку заберем. Хорошо. Будет. Давайте сильверуху соберем против куска. А чё, мета? Новая мета, почему нет? Ля, я не успел. Я умер. Боже. Я увидел его, я не успел отблинковаться уже. Такой банальный хук и такая банальная смерть, жесть. Моя ошибка, конечно. Блин, вот хоста, сколько я? 14 минут ждал хосты. Жесть. Молодец. Молодец. Блин, дилемма. Сильвер Сларк может соберет. Соберет Сларк. Соберет. Сларк соберет Сильвер. Боже, стоит поджидай. Души его, я ульты помогу. А, ульты нет, сори. Сори, ульты нет. Сори, ульты нету. Ульты нету. Оу, снимем тут вард. Неплохо, неплохо вард. Очень интересно, я бы сказал бы даже. Неплохо. Неплохо. Форсик можно сейчас сделать. Форстав вообще не даст нам умереться. Умереться. Форс вообще не даст нам умереть. Типа мы просто будем по драке пуч выхук, а мы сразу форсанулись. О, я умер. Смело. Но не знал, что там дагер. Не знал. Молодцы. Молодцы. Go force. Делаем force stuff, ребят. Делаем force stuff. Делаем force stuff. Там очень сильные герои тем, что они могут жиром выиграть. Просто тяжело будет убивать их. А снайпер, конечно, фигню делает. 250 маны у Тини. Сало дал, молодец. Молодец. Мастер армлета. Понимаю. Понимаю. Так, делаем форсик, ребят. Форсик, и поехали с форсиком. Не забывайте про буз ботла, когда прилетаете. Будет по кайфу, если вы еще нажмете пару раз ботл и еще
на бесплатную ману, так сказать, расхарасти крипов. Очень полезная вещь. Круто будет. Так, это добиваем. Хорошо. Почти есть форс. Ребята там бегают от Куджей с дагерами. Куджей с дагерами. Притянет его, но помогли, да, помогли там. Хорошо. А дабл дэмэдж нанизу, пойти попробовать забрать. Надо нам вместе собираться, от ультов работать, потому что там очень тяжелый хускар будет, потому что его просто не пробить потом магией. Очень тяжело будет. Зафармим. Вардит. Был бы форс, я попробовал. Вард закончился. Хорошо. Хорош. Ну, тавр можно забрать, тэшку вторую. Его попробуем. Сларка гангают, да? Монетка, отлично. Его урастаем. Одну тут иллюзию. Одну тут. Хорошо, погнали. Shadow Dance нет, прыгай в лес или жми амулет. Хорошо. Хорошо. Пацаны стоят, Сларка стерегут там. Пока мид сломаем. Прикольная тактика. Есть форс. Я два форса купил, два ресипи, да? Классик. Классик. Дасты принесли там уже. Два форс ресипи купил еще до кучи, ребят. О, не крулути. Там, оказывается, еще был. А я ульт еще нажал, чтобы застилить. Плохо. Не знаю, рассеянный я какой-то. Я вот вторую игру пишу. Вообще жесть. Я просто ничего не соображаю. Сегодня проснулся с головной болью, как говорится. Очень страшно. Надеюсь, некстовые катки будут получше. Что это такое? Че там? Да, давай. И побегим. Бегим. Моря. Нету никого. Хорошо. Сейчас вард снимем на руне, будет нормал. Пацанчиком. У нас чекаем в центре. Давайте центр снимем. Хрен с ним. Все, гол на базу. С базы сейчас форс продадим ресипи. Двойной ресипи купил. Такое. Забалаболился. Называется. Надо в аганим, наверное, выходить. Вообще фастом можно делать, и аганим тоже до кучи. Вообще по кайфу будет. Типа очень много дэмэджа с ульты. Кстати, 475 это первый левел ульты становится. Очень сильный ап. Очень сильный ап. Давайте даже, наверное, начнем сейчас аганим делать.
Можно вообще будет next там в тройке сделать тупо фаст и гоним, и все. Попробовать. Посмотреть, насколько это круто. Такой билд, это чисто на убивание. Почему нет? В драке мобильность очень хорошо помогает нам. Хорошо. Чуть уплотнились. Можно пойти подушить. О, в пятером. Все хорошо. У Джей там вообще не страшно ничего. Вообще ничего не страшно. Бля, что делает? Че, вард что ли? А, вот он вообще. Вторым. Бля, я так хотел застилить. Хотел застилить, но там стик нажался. Прочекаем, может вард есть тут где-нибудь? Варда нет. Ага. Тут уж так хуканул, я сразу понял, сразу, что что-то там. Скорее всего, в инвизе. Скорее всего, что-то там в инвизе. Ага, вот он, вард. Хорошо. Идете просто бесплатно, бесплатную ману. Опа, бахнули вторую, бахнули. Все нормально будет. Варды поснимали, все хорошо. У них вижена никогда не будет в игре. Мана есть бесплатная, бахнули. Опа. Хорошо. А пошло, фарм контора. Пятером бы. Задушить бы в пятеромах. Гоу, один ингредиент для... Давай купим, пойдем туда. Сларк умер. Прокас просто уничтожил. Уехали. Сами, я поехал. Жаль, кнопок нет. Бля. Он, наверное, все так у него нырнет. Да. Палю Б. А зачем в него голем? Ничего, пойдет. Вот туда. Снайпер. Снайперы. 500 хп снайпер. Господи. Ах ты, Криса. Ладно, я не буду туда прыгать. Я, возможно, оттуда не выйду, если прыгать. Там 500 хп, там две первые. И одна вторая. И вон он. Ля, вот этот микроконтроль, ужас. Ля, снайпер сейчас умрет. Хорошо. Я даггер сбиваю. Спокойно. Я умер. Да, я умер. Вот стан. Эх, печалька. Печалька. Классно, что даггера просто все сбиты. Главное, если поливать в радиусе 1200, хрен кто в драку зайдет. Хрен кто в драку зайдет. Блин, Тини такой вообще на самом деле жесткий герой. Вот он ходит, у него МС намного выше, чем у оппонентов, которых он преследует. Жалко, что у нас панда ушла тоже. Ля, вот это хук сейчас был. Да, магнетизм от души. Что ты? Там омник со спины шел. Магнетизмом надо было я драку начинать. Так, продолжает у нас пацаны. Уничтожение души. Слабо игра, что-то 25-я минута, фрагов вообще нету. Но у нас, смотрите, вообще 30 киллов на всю команду. Из них 18 я участвовал. Это очень слабо для Зевса на самом деле, потому что у нас глобальное, так сказать, глобальное применение ультимейта. И это очень мало. Я не знаю, почему так плохо все, но... 6-9 у нас там вот парень. Тоже близко очень. Вот для этого Зевс создан. Просто чпонька, все. Сульты забрали. Когда у нас Бладстоун, у нас Бладстоун так пополняется. Поэтому можно с Бладстоуном так спокойно душить. Очень много билдов на самом деле на этого героя. Стрили, ребят. То есть тут
Тут все билды не перебрать за две игры, за три игры. Ну, за две игры я обычно на гайдах две игры пишу. За эти две игры не перебрать все билды. Можно сразу в Аганим, можно сразу в Bloodstone выходить. То есть как вам удобно, как вы видите этого героя, какой потенциал вы видите в нем. Собираетесь как можете, как хотите, и все. Визард. Есть, летит Кура с Аганимом. Сейчас усилимся. Усилимся и погнало. Молниями лес фармить по кайфу тоже. Очень много дэмэджа вносит. Хорошо. Хорошо. Опа, хорошая руна. Гоу, есть и гоним. Хорошо. Соул нажали, побежали. На две молнии хватит. Отлично. Раз. Погнали душить. Я готов, ульта есть. Сейчас 600 урона чисто с ульты. Там не 600, конечно, чуть поменьше. Сларк, где? Ультанем. Упс, боже. Не устал он армлетом покьюзать? С руки душить Пуджа. Кого кусаешь? Ой, да шо ж ты меня только. О, хорош. 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 Неплохо. Неплохо. Заявочка на рефрешер. Заявочка на рефрешер. Идет. Задушили. Отличный глиф. Как раз с крипами хорошо. Максимально продамажим тавр. Хорошо. Хорошо. Че ты бегаешь по кругу? Дай с молотка тебя задушу. Удалось. Рефрешер сейчас сделаем, ребят. С таким темпом. ГГ-ху с картом под големом сейчас умрет. Опасно. Хорошо. Оп, молния верхняя. Пошло дело. А Пудж такой жирный, там 2200 хитпоинтов. Вести. Его даже убивать не хочется, в принципе. Без смысла. Not enough man. Поехали. Жалко, маны нет. Сейчас бы добил, одна молния осталась. Все, гроу на базу. Поехали. Пойдет, пойдет. Первый такой классический гейм. Рунка. Я, наверное, пойду на базу. Не отопьюсь. Скидываем, смотрите, сколько маны восполнил. У меня сейчас 800 маны будет. Вот, смотрите. Тупо монопул у меня весь 1600, и я, считайте, с одного ботла из двух аркан восстановил всю ману почти. Что там до рефрешера? 5к стоит, 5200, да? Понял, давайте добьем какие-то динозовера, который здесь у нас. Можно продать будет сейчас Soul Ring ботл и уже ближе быть к рефрешеру. Прям с рефрешером можно будет хорошие вещи творить. У нас почти уже есть 400 и 350. Почти есть уже. Некр. О, некр, цепляй. Цепляй, цепляй, некр. Хорош.
И шо на пудже? Потерял все. Хорош. Заглушен. Гоу на базу. Продаем артефакты. Покупаем. Сол можно оставить еще. Сол куда ни шел. Хускар там стоит, лупит Рошан. Странно, но Хускар тут не раздает что-то. Странно. Эрон лупит. Ну, ждем, ребята, заберут Рош сейчас. О, есть рефреш. Классический Зевс. И Октарина можно закончить. Вместо Солринга. Прям было бы круто. Ну, тревел вместо арканы. Арканы разбираются в Октарин. И тогда все прям пушечно. Тысяч получается. Так и живем. Но сейчас с рефрешером будет очень много дэмэджа. Правильно стилить. Ультой. Правильно стилить ультой, ГГ. Лол, дизарм. Дизарм, прикольно. Не буду жать ульт, хотя нажму, давайте. Сейчас нажал. Нажал. Застилили. Так сказать. Но там его не собирались, походу, добивать. Вообще классно юзать два ульта сразу. Так и все. А мне карпол хп неизвестно, выжил бы или нет. Ты шо? Ля, ты шо? А, найс, понимаю. Это забавно выглядело. Найс, понимаю, говорит. ЛТшка. Забавно выглядело. Ждем ульту, потом рефреш будем жать. ЛТшку. Че вы бегаете, ребят? 40 секунд до ульты и потом бах-бах сделать. О, минус слурки, да? Это не минус. Мало еще. Слурк. Бегает по кругу за Хускар. Классика. Душите тавр. Сколько секунд? 18. Я еще чуть подожду. Так, тут что? ХП тоже теряет по-страшному. Хорош. Дальше чуть-чуть до ульты не хватает. А вот этих пацанов будем через две ульты убивать. Хорошо. Да, не хватает. Жесть. Пойдет. Понажимали кнопки, минус 5, но 0 фрагов просто, ассисты. Жестко, жестко. Все равно жестко, но не так, как, конечно, хотелось, друзья. Но это центральная линия, но у нас тут, как видите, не удалось. Просто вообще что-то не пошло и как-то такое. Попробуем некстовую катку в тройке сыграть. В тройке должно быть повеселее. В тройке должно быть повеселее. Нифига, вы видели форсу и блин там. То есть, прям весело вышло. Такая первая катка не очень, можно сказать. Ребятки, задушили. Совместно. Хускара выиграли. Это очень интересно тем, что Хускара в принципе никак тут не выиграть. В таких пиках. Странно, что мы даже выиграли. А идет. Слайд такой. С руки его бить. Вторую дам. Микростан. Жестко. Жестко, конечно. Что, можно на Б сходить, ульт уже почти есть. Что, на базу? Маны нету. Особо. Или ребята собрались до конца, там фанится. А до конца собрались. Да, я опять ульт никуда дам. Че? Хочется застилить. Хочется застить. Тут ГГ. Такая игра, ребят, не знаю, на ассистах. Попробуем на Next, на тройке, может, будет получше.
Нужно прям качественно. И пойдем в керри уже отыграть. Не знаю. Такой себе геймплей, но надеюсь, next там будет, друзья, получше. Так сказать, на таких билдах. Вроде выиграли, ребята молодцы, все сделали нормально. Отсупортили. По кайфу, по кайфу. Такая катка, ребят. Поехали некстовую катку. Та-та-та-та. Ну что, братцы, загрузились мы. Новичка. Готовы пикать Зевса. И готовы наслаждаться игрой. Так, как мы тут будем собираться? Скорее всего, мы пойдем через троечку, друзья. Мид мы уже сыграли. Нужно пойти тройку сыграть. Я считаю, это будет правильно. Сыграем третью позицию. Посмотрите, как стоять в хардлайне. Ну, что, основные азы вы, в принципе, и так знаете, как стоять в хардлайне. Типа, ну, нужно просто крипа заблочить, и все. Проблем никаких не будет. И что, сейчас по сбору. Если так мы имели в дефолте, там, дагер, аганим, рефреш, то тут немного, наверное, поменяем билд. Вообще, билдов на Зевса очень много. Вы можете также собрать какой-нибудь там Бладстоун и душить также. То есть, Бладстоун даже фирст айтемом, это очень даже хорошо. Мана у вас, в принципе, не кончается. Вы быстро ресайтесь, потом докупаете дагер, аганим и все, и поехала катка. Можно делать и так, друзья. Тут сейчас посмотрим. Ну, я хочу пойти... Вот инвокер у нас пошел на топ сейчас, не знаю. Я хочу пойти на низ вообще. Я хочу идти низ, парни. Идите мид. Мид, кто умеет. Я бы на низ пошел. Но если сейчас ребята не определятся, то придется на мид идти. Если что, я пойду в мид. Если что. Что скажете? Спросим у ребят, что они имеют в виду, когда говорят, что мид мы не пойдем. Двокер мид пойдет. Все, хорошо. Иди, брат. Хорошо, тогда покупаем сапог, 3 кларити и поехали. На миду было бы у нас 2 веточки, 2 кларити, чтобы выходить в ботл. А тут мы будем сапогом выходить сразу в аркану и будем выходить, скорее всего, в солринг. И все, и будем душить. Молния, молния, молния и молния. Так, ясно, сларкича берут у нас. Ну, классика жанра. Как же без сларка, друзья? Бары, сларки, тини. Я вот уже сколько, наверное, ну, много уже сыграл, и в каждой игре Сларк, Бара, ну вот кто-то из них 100%. Вот не было такой еще игры, чтобы Тини не было Сларком. Самый, наверное, популярный персонаж в доте. Не знаю, зачем их берут, но, видимо, так надо, друзья. Видимо, так надо. Очень опасно мне тут сейчас подходить, но давайте рискнем. У меня сапог. Он каски откинул, пойдет. Давайте, надо деда там встретить, блин, я не успею, да? Так, пацан, не души. 100 хп у меня осталось. У меня 359 здоровья. У меня сапог, это хорошо. Сапогом мы очень быстрые. А 2 сапога, это еще быстрее. 100 хп у меня, чтобы вы понимали. 60 хп. Да ну, серьезно, сейчас сдохну. 282 хитпоинта, Зевс, пацаны. Чекайте. 282 хп. Да не убьешь ты меня одним дикеем, братан. Дикей не убивает. Дикей второй дикей может убить. Первый не убивает. Но мы в хейле стоим. А, мы умерли, да? Нормально. Кстати, там бара. Я забыл, что там еще бара. Все, собираемся. Поехали. Что-то пацаны вообще агрессивные какие-то на низу. Страшные. Страшные пацаны. Плохо, что я деда не... Отзвонил. Ну, мы, в принципе, в хардлайне стоим. Нам нужно аккуратно стоять, просто подождать, пока экспириенс они подтянут ко мне. И все. Дальше потом будем мы доминировать. Нужно, правда, аккуратненько так. Аккуратненько. Играть. Хорошо. А что ты от меня хочешь? Извращенцы, вы посмотрите на них. Все, крипы поехали к нам, да? Молния не бьем. Стоим аккуратно. Кура пришел зачем-то. Что-то прям хочет от меня. Это Дирги? Детей, что ли? Пановый чел. Какой-то. И да я соло могу стоять, братан. О, я соло постою. И лес. Он хочет, походу, второй левел.
иди колоти вот эти кемпы свои. Я соло постою. Сейчас соул, наверное, сделаем. Сначала соул. Он пришел на экспириенс меня тут забирать. Это видно. Он на экспириенс пришел, пацан. Погнали на руну. Что там на миду, посмотрим, кто там. Сильные какие-то пацаны ВС играют. Опять, как обычно, профессионалы. Тяжело будет выиграть. О, монета, это то, что мне нужно. Вот так вот сделаем. Хорошо. Куриончик подфидил у нас тут, да? Да, фура погиб. Фура погибла. Погибла, фура убила. Фура убила меня. Три удара. Раз. Давай. Коротко о моем везении, это называется. Третий левел. Хорошо. Все, стоим, экспимся. Сейчас ВД будет обходить, типа он такой. Инкогнито, невидимка. Да, добил. Вращенец прям, посмотрите. Ну, на Дирге прям, конечно же, да боже. Он мне постоянно этими касками сбивает, короче, ману. Вот, не, вот ему не жалко вообще, короче. Стоим в хардлайне, как в топ-ТБ. Прям накаляют, пацаны. Прям, пацаны, накаляют. Ну, зомби, кстати, в изи линии. Вот это очень мне непонятно тем, что кто у них на керри тогда. Хотя там Бара и Сларк, о чем речь. Сларк и так в лейте будет разносить. Нам главное тут перепотеть немножко. Все. Гоу на руну. На руну. Четвертая минута. На миду что ли никого нет? Ну, монетка. Погнали в обход, потому что там не дадут выйти. Хотя нет, дали бы, да? Ну ладно, уже я иду. Сларк на миду инвокера убивает, что ли? А, нет, Сларк просто четвертый. Сапог. Ну, сапогом инвокера не победить. Сапогом в инвокера кинуть просто и победа. Так сказать, уже рядом. Так, хорошо, есть у нас пассивочка. Будем пассивно хп сжигать, оппонента. Все, поехал фарм. Ребята линию подвели ко мне. Сейчас кинет в меня каски, как обычно. Я говорю, он что-то они питают ко мне какой-то любовь. Какую-то любовь ко мне питают, пацаны. Прям любят меня. Давайте побежим в соло, аккуратненько сделаем. А, я понял, я понял. Тут засада, короче, да? Хорош, не души. Зомбика убейте и все. Их левел ап. Жесть, что за бред? Что они делают? Что с ними, ребят? Почему они себя так ведут? Что-то пацаны, короче, рили ко мне. Любовь какую-то питают. Любовь прям. Адлайн Зевс что-то прям заходит пацанам. Эксп лав просто. АПМ эксп. Все есть. Затар. Ждем. Погнали на руну. Надеюсь, нас на руне Барат не убьет сейчас. Так, хп у меня нормально. Покер там Куру тоже ждал. Че там монетка? О, хоста. Гоу Куру. Возьмем. Быстрее. Хороший Уокер перерюзал сразу. Сколько хп? Ну немного у него хп. Можно поколотить немножко. Проверочная, так сказать. Зомби. Возвращаем то, что я вам подарил. Задушили ВД. ВД меня задушил, я его задушил. Ла. Засол, срочно. Сберет, их забрал. Я бы забрал.
собрал. Ну, норма, инвокеру тоже пойдет. Толкается ли как? Стан есть, бро. А, все. Я тут тоже, походу, сейчас умру. Я стою, смотрю, короче. Стою, смотрю, там. Забей. Пойдет. Ара, кстати. Оу. А я умер, к слову. Это не ждан. Ля, как что делает, пацаны? Видели? Ля, что делает, пацан? Ля, меня как Солринг хилит. Если бы не Солринг, я бы сдох. А я думал, вообще на самом деле сдохну сейчас. Смотрите, что происходит. Вообще, ля, пацаны, короче, играют так, как прям, как профессионалы. Страйк под ногу. А я не буду ульта давать уже. У меня тем более маны нет. Уже есть. Да. Ну не... Неужели не убью? Эх, не убил. Надо было сначала ульт давать, а потом второй. Блин, я так последнее время туплю по-страшному, как будто я не знаю. Играть первую неделю сел. В принципе, уже наоборот идет на спад игровой процесс. Я уже намного хуже стал играть. Прям очень плохо стал играть. Раньше лучше играл. В помойку хилку. Хорошо. Пойдет. О, вич-доктору лицо ломать. Седьмой левел, я его сейчас там раздамажу. Тауэр забрали, пацаны, забрали. Нет, 300 маны, маны очень много. Хватит, чтобы убить его. Встретили вич-доктора. По пути в больницу. Барах, кстати, ни разу ко мне еще не прибежал. Это очень странно. Это очень странно и необычно. Ладно, пойдем. На руну сходим. Вокер идет. Если там рега, я думаю, стоит мне ее отдать. То... Пойдем. Не хочет, да, походу. Ладно. Не хочет. Пойдет, пока игра идет плавно. Плавно идет. Держи ману. Зомбики. Гоу душить. Хорош, сеточку дал. Хорош. Пойдет. Что там, пацаны, нанизу? Пойдет. Хорошо, как говорится. Так, что мы будем делать дальше, друзья? Ну, дальше, конечно же, будем выходить в какие-нибудь простенькие арты. Дискорд пока не знаю. На самом деле, насчет дискорда не могу сказать. Дискорд, хз даже. Все, кентавр потерялся, да? Дискорд, не знаю. Можно вообще Бладстоун выйти. Можно фастовый Агани. Фастовый Агани. Курион лесок пинает, не сломается. Не знаю, плохо, что я не составил, конечно. Держи, я пошел. Этого крипа большого забрать пойдет. Хорошо. Сларки лоу хп. Ля, была бы мана, забрал бы, но маны нету. Я фариончику дал и слил на крипов.
Красиво умер, умер, красиво. Понимаю, он его троллит. Гав-гав-гав-гав-гав-гав, шарик, гав-гав-гав, говорит. Так, что берем, друзья? Что берем? Можно взять дискорд и душить дискорд. Но я хочу сделать дайгер. С дайгером будет по кайфу вообще. Что там у него там? У него там талисманы, да? Ой, ну талисманы. Талисманов и Васи он у нас там. Амулетович Шадоу. Забыл, как называется. Блин, это называется рели уже старость. Прям отвечаю. Когда забываешь, как называется артефакт, это уже все это. Это ГГ, ребятки. Это ГГ, ребятки. Хаммер тайм. Огур. Гав-гав-гав-гав. Собака на улице. Гав-гав-гав-гав. Да у него там БМ, вообще плевать на его БМ. Так, буду разбивать. Сларк меня сразу. Сларка сбрила просто. Сларка просто сбрила. Оу, доктор. У него ничего нет вообще. Он думает, мы его не видим. Думай. Вот арсейдж там. Хорошо. Вернули вич-доктору. То, что забрали. Нормально. Балансик пошел. Так, дагерок сейчас, ребят. С дагером будем додушивать. Нормально. Вся команда хорошо отыгрывает. Душим. Надо арканчик ребятам дать. Можно вообще с грифсы попробовать выйти. Если команда хорошо отыгрывает, по-моему, грифсы прям отличный вариант. Гоу на топчик. Хорошо, раз. Хорошо. Ребята зря там дерутся, мне кажется. Хорошо. Гоу, отойдем. Варды ВД взял. Будем тоже снимать, если вард там будет, ставить. Да, поставил там вард, будем потом снимать. Будем снимать варды эти. Где там курочка моя? Хорошо. Есть у нас второй левел. Да, Фуриона там убивает. Второй левел ульта. Ульта, второй левел. Ульта второго левела, это очень хорошо, друзья. Эти звонки непонятные с непонятных номеров. Абсолютно мне не интересно, друзья. Но у меня нет ульты. Умрет, да? А, я ультанул. Поздно уже. Ладно, сразу. Так, гоу вот так вот сделаем. ТП сюда. Гоу два варда возьмем. Один. 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 Погнали искать кого-нибудь. Я думал, я сейчас нажму соло и сам себя БМ убью просто. Поэтому немного повременил с ультой. Хорошо. Просто овныч. Называется. Варда нету. Плохо. Гоу варда искать, ребят. Сейчас тут бахнем еще. Нету варда. О, вот это мне поможет, кстати. По вардикам пройтись. Оу, душат. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежать, бежать, бежать по кругу. Хоть по кругу, хоть бежать. Обсовью, бро. Пойдет. О, не пойдет. Да. Креветку убили. Жестко, жестко, жестко. Ну, вич-доктор вернул, что отдавал, так сказать, да, друзья? Молодец, вич-доктор. Ну, у нас два лесничка еще, не стоит забывать. Не стоит забывать, что у нас еще два лесничка, друзья. Это нормально, нормально.
Так чё, во что будем выходить, друзья? Тут пока непонятно, на самом деле. Что у нас там? Сларки, не сларки. Можно, блин, вообще в Юл выйти. Юл будет хорошо помогать. Даггер Юл. Хорошо, давайте Даггер Юл. То есть мы пойдем. Мы в такое, в троечка, знаете, троечка будет. 7 мидер, 7 тройка. Спокойно будем играть тут, как бы не напрягаясь. Давайте возьмем. Поехали. Сейчас в ВД посмотрим, где там варники будут ставить. Пойдем снимать. О, щит, меня сейчас могут тут казати. Даггер КД. Эй, стой. Да-да, я тебе жахну. Я тебе жахну. Хорошо, ой, креветки прыгают. Ой, креветки. Я сбил ТП-шку, ребят. Он там как этот. В загоне. Можно блинк, пожалуйста? Почему у меня блинк не нажался с первого раза? Но нормально. Нормально, хорошо. Пойдет. Пойдет. Это лучше, чем сфидить, друзья. Разыграли, все хорошо. Not enough mana. Хорошо. Пешка имеется. Бара прибежал, бара убежал, как говорится. А у смока Соли Ридзе. Смока все равно на лоу ПТС вообще никто не юзает. Не хотят. Пятером собираться, команду просить, ты ГГ. Поехали. Че у нас по левелам, кстати? Нормально у нас левел или маленький? Ну, я тройка, смотрите. Ну, левел как у лесника, ну, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Может быть и хуже. У Слардара плохая ситуация, 9 уровень. Очень мало, это очень мало. Ой, зря туда поставил. Вот этого пацана сейчас накажем. С руки. Больно. Больно. Блин, жопа. Бедный вич-доктор. Го вот сюда выведем, вдруг тут вард будет. Варда нету. Вард на руне будет. Тут где-то. Давайте хоть сентри снимем. В принципе, нафиг он тут пусть стоит. Был бы обсерв. Еще бы тычку дал бы. Отходим. Пассивненько, пассивненько отходим, друзья. Есть кнопки на развороте. Вот там БМ. Ой, я сейчас больно будет там выиграл. Давай поделим урон. Поделим урон. Здесь more like it. You're kind of slow for a human, aren't you? It's hammer time. That's more like it. Пойдет. Все, го на базу за Юлом. Юл есть, можно поесть, друзья. Все, стандартный закуп на Зевса. Пойдет. Отлично. На ТП-шечку, так сказать. Колотили. Инвокер божит, тоже нормально. Че, доктор? Сейчас пойдем вард снимать вот тут. Идет лес, походу, да? Такого вниз зашел. С маком спалим. Тут он? Тут. Где-то. Или нет?
Арда нет туда. Шо? Тут. Это ладно, плохо. Kinda slow for a human, aren't you? It's hammer time. Let's do this. It's hammer time. All of Gudrun's tower is like under it. Attack. It's hammer time. Хорошо, хорошо. Like let's get it on. Take this, you bastard. Let's динозоверов this. Этих душ. Let's get it on. It's hammer time. That's more like it. Хорошо, ладно, остановили. Сейчас пойдем побахаем молнии. Локера там класс. Может спокойно себе позволить все что угодно. Угу. Вот. Не попасть в этот вард никогда. Вы никогда не попадете в такой вард рядом с крипами. Хорошо. Кайф, когда варды снимаешь. Кайф. Так, ну, собраться вместе, додушить. Такой дефолтная троечная составляющая у нас появляется. Так, у него есть кем? Я бы вообще мог бы, наверное, пойти в хайграунд с командой и задушить сейчас. Сейчас попробуем сделать, наверное, аганим. Ну, дефолтно аганим, через аганим пойдем. Пипе. Мне кажется, тут вард будет. Что, залезем, если что, Барис собьем. Хорошо. Шамара не смог. Ля, не хватило. Боже, сколько у меня дэмэджа, смотрите, нанеслось уже. Я сейчас сдохну, 265. У меня фулл хп были, я мог на базу улететь. Блин, он же ж не попал маледикта. Не было эффекта первое время. Жесть, вы видели? Я в шоке. Ладно. Ладничка, бывает. Но не доглядел, я смотрел на драку. А, это жестко. Эх, чё ж так-то плотно-то? Да томбу разбейте, ё-моё. Меня крипы зажали. Жестко. Хорошо. Да, инвокер в лес ушел просто, да? Жесть, у нас как будто нет команды тупо. Жесть просто. Они просто ушли. Лол. Просто ушли, да? Маю. Красавчик Вичдоктор, убивает прям. Ладно, все фармят, ребят, я понял, нужно стоять пассивно, нужно адаптироваться под команду. Стоять тоже АФКшить. Инвокер фулово ушел, бросил деф тавера вообще, то есть, ну, я не понимаю этой логики. Инвокер разносит, да, там что-то подстиливает, но толку от этого нету. Они играют каждый сам за себя. Вообще жесть, я не люблю такие игры. Как выигрывать тогда, если ребята так играют? Вот Фурион уже 27 минут стоит в лесу. Лордар в АФК встал.
Ладно, будем потеть, терпеть. Постараюсь вообще сейчас сильно не бычить. Просто на Зевсе нужно агрессивно играть. А видишь, я ребят прочитать не могу, что они хотят в этой игре. Они хотят фармить по ходу 90 минут, проиграть. Ну, попробуем. Прочитать ребят сейчас. Все, поехал. Поехало. Огоним бы сейчас, круто было бы. От Сларка что-то надо, потому что Сларк уже приоделся, там Скади уже. Скади там уже имеется. Там Лотар, Скади. Нужно Юлому четко нажать. Когда он прибежит, чтобы он не заспелил его. Все будет нормой. Тыщ-тыщ. Огр там пайп. Пофиг на прокаст. Тут вардик, я помню, был. Хорошо. Так, ну что, игра начинает набирать свои обороты. Начинаем выходить в лейт гейм. Лейта у нас нет. Наш лейт стал в АФК. Печалька. Вич Доктор молодец. Вулджин, Вич Доктор молодец. Да? Он и политик, и борец. Фармим. Хорошо. О, там еще и ВД был. Так я чуть не сдох. Держите в курсе. ВД ходит. Там есть вард, интересно? Нет, варда нет. Вторая. Сларки вон застряли. Оу, щит. На юлечку. Оу, щит. Сейчас, если змеи тут будет, можно подраться еще. Сладдара кикать не хочется вообще. Ну. Сладдара ФК встал. What's happening? Почти есть у нас огоним, ребятки. Не помогу тут тебе. Бля, там какой здоровенный чел. Здоровенный. Томба напрягает очень сильно. Хорош. Так, как же душат эти зомбы. Рокер умер. Походу я сейчас чуть не сдох. Опа, я ушел. Слардариуса нету, ребят. В игре. Слардариуса нету в игре. Туру-туру-туру-ру. Все, Слардара нет тоже. Вот пешку себе возьмем. Подадим. Оп. Нормально, вот так вот каточки переворачиваются. Переворачиваются каточки. Сларк прыгает, там вард с ней. Возвращенец. Аганим почти есть, но какое? Толку от него будет тут ноль. Там все жирные, там пайп. Там ребята правильно собрали синвокер. Тут у нас очень сильные прокасты, мы должны собираться соответствующе. Вернее, они. Добивать надо тут аганим сейчас. Добивать аганим. Пара, пол хп. Давайте здесь прочекаем, вард есть или нет. Варда нет. Вард есть где-то, да? Увидел. Нету варда.
Бара там втопил, видели? Опа, чардж дал куда-то. Чекаем. На меня нет? Нет, не на меня. На шаманчика. Ладно, нет. Бомба. Бомбу надо кайтить. Страшно мне под бомбой на самом деле. Бомбы страшно. Хорошо. Кем? Бомбу забрал. Хорош. Еще будет раздача пилюль успокоительных. Доктора бы убить как-то. Блин, надо варды снести. Хорошо. Есть и гоним. Нормально, с Ларка там задушил я ультой. Пойдет потная катка будет. Гем отдам. Эффект нравится, как ульту, когда... Ой, гоним когда. Покупаешь? Какой пурги. Топчик. Сейчас будем собираться так, чтобы убивать всех. Ой, ну вот это неинтересно, если он вылетает. У нас-то ладно керри нет, но они-то там вместе собрались. ТЦЦ вот этот. Так неинтересно будет, если он сейчас вылетит. Вообще неинтересно будет. Заташу! Урён пока на дно ташит только. Нет, только не вылет. Ну вот это как обычно. Ни один гайд без этого не обходится. Ребята постоянно лагают, интернета нет. А у меня тоже бывает лагает, что сказать. О, реконнектит. А, это бар реконнектит. Печалька. Печалька, друзья. Ну, потно. Давай, отлагивай. Че вот это выпендриваешься? Ужас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Написано в игре, типа, но... Непонятно, ребятки, непонятно. Ну ладно, что поделать. У всех бывают проблемы. Но он там одним ультом может очень много чего делать. Парень старался, сделал хороший ферстблад. Много раз тоже. Я его убил много раз. Он меня поменьше, конечно, раз убил, но по-прикольному выходит. Драка у нас такая с ним личная была. Но в итоге, вот как видите. А, антихак систем какая-то. Понимаю. Чел с мобхаком бегает пока, походу. Так вот, друзья. А мы вот так вот. Кстати, в последнее время очень много мобхакеров развелось. Прям ужас. Ну невозможно. Ребят, ну игра 4 на 4. 4 на 4, думаю, по-честному будет. В любом случае. Как бы, ну, и там, видите, за МХ кикнул пацана. За МХ. Антихак систем написал. Сейчас бара сюда побежит. Слаб. Это радует. Опасно тут ходить, на самом деле, нам. Опасно. Опасно. Вот, вот тут сейчас чекну еще. Вардик. Хорошо. Нету вардов. Дефолтные места прочекиваем, друзья. Значит, вардов. О, там Сларк, да? А, бар. Могу поможем, чем можем. Сларк там дерется. Гоу, Сларк, прибьем. Хорошо.
Он большой крип. Душим. Душим молниями, ребят. Душим. Не успел им нажать. Сларк еще не скоро резнется, можно аккуратно. Умер Фурион. Фурион погиб. Пора, гоним забрал. Эйнвокер зря там. Куковые побежали. Экс пятерка. Экс пятерка. Да, другая совсем игра была бы, если парни остались. Но 4 на 4 такое. Слабдат просто в АФК ушел, а у парня вон залагал. А Зевсе стакать классно. 1200 АОЕ просто изи простакать можно. Прям по кайфу. Курочку заберу, да? Хорошо. Да, вот мне везет на големов постоянно, друзья. Прям жесть как везет. Let's do this. Че, можно, наверное, рефреш и октарин сделать. Рефреш самая пушка для этого героя. Прям два ульта глобально. Очень много дэмэджа. Два ульта глобальненько. Можно задушить. Сейчас так рунка там будет. Правда, там пайп. Пофиг на эти два ульта. Но все равно. Потно. Потно. Гэгэп, фурьончик. Шаман идет змей ставить. Оба поставил. Поставил таки. Опа, БКБ нажали. БКБ нажали. Жизненная склянка, это летит. Летит склянка. Опять я ульт просрал. Успею улететь? Успеваю. Успеваю. Ульт просрал я опять. Мне кажется, не убил бы все равно. Сларка в инвизе не бьет. Причем даже не спалит. Так, что берем? Что берем? Ну, ТП-шку. Рефреш сделаем. Что еще? Что еще Зевсу так хорошо заходит, как не рефреш? Косарик остается и ГГ. King of Need Wars. Опа, стил контора. О, найс. Меня свет выключили. Классика жанра. Пить будем. Ну, надеюсь, сейчас включат. Не знаю. Потому что это такое. Такое. Только нормальная игра вроде. Пойдемте ребятам помогать. Брус. Уф. Как мне влетело-то. Ульта есть? Есть ульта у пацана. Хорошо. Я кнопку нажму. Пойдет. Пойдет. Оп, хорошо. Так.
Не пищи. Сейчас включат, надеюсь. Или не включат. Могут и не включить. Могут и не включить, кстати. Могут и не включить. Включайте, давайте уже. О, молодцы. По кайфу. Пинди будем. Каев. Классно, когда стоит эта тема, чтобы свет не ломало мне. Опа, поехали дальше, пишем, ребятки. По кайфу. Гоу. Да, не можем зайти мы на ХГ почему-то. Там Фурион бедненький видит. Да, там зомби здоровенный. Здоровенный зомби. О, БКБ. Ой, рефреш. Опа. Рефреш нажали, побежали, друзья. Пришлось рефреш нажать. Пришлось. Пойдет. Сларк, одна секунда. Да ему вообще пофиг на моей кнопке. Шесть. Там грифсы. Зомби на лицо накакать надо. Ля приколисты. Фу, леса поколотим. Стакаем вот этой молнией. Классно, третьей пассивкой так раскидывается. Пойдет. Ну пришлось, ребят, рефреш нажать. Чтобы импакт нести. Дабл килл. Аккуратненько стоим. Подпинываем. Сларк, братан, если бы у меня ульт был, эх, сейчас бы Сларк сказал бы привет. Привет! Как меня кричит. What's happening? Погнали. Рошим бы. Вышка зависла. Я готов душить. Радик зомби. Мне кажется, профит не аганим на зомби делать, прям чем радиенс. Но у него там тоже аганим есть, но. Такое. Прям такое. Че, let's go. Душить. Я постою в стороночке. Минута еще. На 44-й 30 секунд будет у нас. Окончательно уже готов. Рефрешка. Сможем задушить. Сларк нам не страшен, у него хп много. Я за несколько кнопок, если рядом буду в ауешке, я сожгу все хп. Он пол хп просто. Пол хп просто. Мне так интересно, кто ж мне названивает. Прям вот я отвечу. Алло. Не алло. Челы, не алло. Ладно, у нас тут драка идет тем временем. А если я тебя победю сейчас на зомби тут, брат? Оу, а там еще и только этот еще идет, Сларк. Сейчас мозги немного поделаем, пацанам. Да, ульт нажал один. Давай, 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 давай. Да, он быстрый. Он животничек. А, сейчас еще дагер будет. Хорошо. Хорошо, животничек поймали, ребят. Я должен успевать делать все. И по телефону поговорить, и гайд записать, друзья. Печалька. Форкаст мудан.
Да, таймит не рассчитал. Ему вообще пофиг, это же огур. Это же огур. Жесть. ГГ, ну запушиваем, ребят, друзей наших. Получается так, что мы что ли победили? Получается так. Да, там зомби умирает. Жесть, видели, как его скрип отхильнуло? Это зомби, друзья. Жаль, кнопок нету. Хорошо. Подгадаешь его сразу в КД. Фига. Флэш Голем покинул игру. Уф. Вот этому Юл дадим. Правда, на мой страх и риск. Помогите ему. Ля, убегает. Привет. Убежал таки. Ну, ГГ, гоу базу. Гоу, закупимся как раз. Октарин до кучи. ГГ. ГГ. Да, жестко, жестко получилось. Ну, я не знаю, это тройка с тройки так выформил получилось. Но там, видите, как бы игра... Ребята не все опытные, но у нас тоже, блин, парень в АФК встал. То есть тут, можно сказать, все относительно. Все относительно. Так что, ребят, вот такая катка. Ну, next катка будет фановая, не знаю. Вроде, надеюсь, вы поняли, как плейт на Зевсе. Вроде как-то, ну, наводить суету, аккуратненько все вырезать. Тык-тык-тык-тык, прыгаешь, дагер, оп, ультанул, там стильнул. По-разному, есть разные билды. Можно через Bloodstone идти играть. То есть вообще проблем не будет. Проблем нету, просто душите и все. Герой очень простой в исполнении и прям, ну, реально легко на нем играть. Реально легко, если прям вот, ну, команда хорошая, можно легко душить. Проблем никаких нет, друзья. Так что вот такой вот у нас видосик получился на Зевсе. Сейчас пойдем, наверное, в этого уже. Фановую сборочку пойдем. Какую-нибудь фановую сборочку, какую-нибудь типа, там, знаете, в керри. Это будет, наверное, фаново. Ну, не знаю, вот такая вот игра, друзья, у нас. Поехали некстову, сейчас попробуем по фану собраться. Надеюсь, вам более чем понятно, как играть на Зевсе. Так, ну что, друзья, загрузились. Мы сейчас будем играть фановую катку на Зевсе в керри. На Зевсе в керри. Ой, господи. Прям так и хочется душить. Ну вот не знаю, ребят, получится у нас или нет. Но надо пробовать в любом случае. Я уже пробовал, делал, фанился. Ну, сам себе заруинил игру, можно сказать. Была интересная игра, но я слишком много ошибался с позиционкой. Сейчас будет, наверное, прикольно, друзья. Сейчас попробуем. Так, если мы идем на центральную, мы, наверное, на центральную пойдем. Что возьмем? Ну давайте дефолтно. Начало дефолтное, как обычно, через ботлы. Вот так вот. Все. И погнали. Ботлы, танги там. Цирклит. Кларити. Все дела. И поехали. Поехали. И поехали. Пойдем. Легион Коммандер, понимаю. Понимаю. Легион Коммандер. Это тяжело будет. Но ничего, возьмем Лотар, будем тоже убивать. Но я не смогу так убивать, как он убивает. Я буду зависим от ман. О, еще и Бара, бля. Это жестко. King of the Dwarves. Припикнут у нас команда что-нибудь интересное, что-нибудь нужное. А то пикают как у всяк. О, Рикимару точно нужно, будет ходячим вардом. Чекайте. О, еще и Войда. Чувствую я уже. Запах. Запах чувствуете? Не чувствуете? Запах луза уже. Вот хотя бы все равно не узнаете, если эта игра будет проигрышной. Она не выйдет, в принципе. Но если она вышла, значит тогда будет успешная катка, интересно. Это, по-моему, 8-я или 9-я игра уже. Или 10-я, я не знаю, сколько я игр уже сыграл на Зевсе. Но все они такие неинтересные, на самом деле. Ботов Евелинкш. Войнвокера. Нормально, нормально. Круто. Жгем, жжем. Мортар 416 ПТСов.
Ну как взять эту монету? Можно вопрос задать. У него такой большой хитбокс, как его забрать? Так, ну куры нету, но я опять блин, куру буду брать. Вот они достали, тиммейты. Тиммейты достали, не берут просто. Так, алчемист на миду. Ну, 500 золота алхимик по-любому взял. Будет весело против него. Две маны алхимик, топоридзе. Лего лес пошел, кстати. Как и надо. Я, кстати, смогу спокойно на пассиве стоять и отстреливать молниями своих крипов. Это круто. Отл есть, но куры нет, ребят. Хорошо. Отл есть, но куры нет. Сейчас на куру накопим. Да, прям под табор сразу достает. Ацит жесткая вещь тут на самом деле. Тяжело будет стоять. Ладно, гоу. Не вариант без куры. Ну, без куры не вариант. Против алхимика на миду. Мы будем драться за руну с алхимосом. Но если он поставит ацит, конечно, на этом все драка закончится. А, я понял. Он меня оттолкнет. Еще сейчас оттолкнет. Ну ладно, ничего страшного. Ну бывает. Бывает, ребят, ничего страшного. Бывает. Бывает. Бывает, ну, алхимик пошел вторую руну брать, а моей команде плевать. Они бегают там с войном. За войном, вернее. С войном бегают. Бара душа. Я даже не знаю, имеет ли мне смысл харасить алхимика вообще на миду. Тут заведомо лузовый мид уже. Тут бара будет бе... О, там еще реген, вот оно че. Там вообще нет смысла харасить его сейчас. Будем потеть, что там, сапоги, да? Молодец, кот в сапогах. Хорош. Ну я выиграю эту игру. Чего бы мне это не стоило. Да-да-да, поспай меня, ну у него просто это... Реген, руна. Хорошо, бара бежит, наверное, да? Стоп. Пара бежит, нет, пара не бежит. Пара не бежит. Угур. Угур. Слишком много хп. Не потяну. Тяжело стоять. Шо. Да, там инвокер выражается. Блин, мы проигрываем игру, типа. Да господи, он опять пойдет на топ. Сейчас бара прибежит, опять я с пацанстрайком сдохну. Погнали сюда. Лего фармит лес, и у нас как-то все не очень весело. Но мы фармим, главное, лос хитить крипов и все. Что за монета? Ушеры. Блин, если я так в лес сейчас пойду лего гангнуть, у меня ничего не получится вообще. Пара прибежит сразу. Пара сразу прибежит. Ну, прочекаем. Если лего лох ПУ будет, я его убью, в принципе. Он уже на этом кемпе. Еще на этом кемпе. Ну, бар, видите, на этом, на карте вообще не видно. Бежали. У меня саппорт есть. Хорошо. Вот так. Бара нету нигде, да? Бара просто как будто в АФК ушел.
Ну пойдет, хоть так, друзья. О, ясно, вот он. Он меня тупо ждет, я так понял. Тупо так, я понял, меня ждет. Потому что я забрал. Чел сразу же выстрелился. Хорошо. Хорошо. Просто. Блин, это рили ржачно, когда тупо играют все там на мидера. Видите, оппоненты, конечно, душат под алхимика. Бар вообще, смотрите, нет, он другие линии не гангает. Он просто где-то стоит и ждет, как будто, знаете, когда Зевс что-то будет делать, и надо побежать именно на Зевса. И задушить его, я хз. Потому что, смотрите, нету его. Там один огр, на низу тоже никого нету. На миду алхимик. И все. Как будто бар вообще нету. Карте. Просто лес с легионом фармит. Что? О, хорошая. Вот он, бара выбежал. Таки устал он. Устал АФК стоять, ребят. Yes. Жалко, не добил. Жалко, не добил. Да. Жесть. Что ты хочешь? Не убьешь ты меня никогда. Есть там монету забрал, кстати. Хорошо. Не доби. Тима рак, короче. Рики. Рики, который стоит в инвизе, уже пятый уровень получивший. Тима рак, короче, пишет. Блин, это классно, это классно. Это классно. Это круто, это интересно. Так, ну что будем делать? Не знаю. На самом деле все плохо. Алхимик фрифармит. Алхимик фрифармит. Ага, бара на топе. Блин, бара вообще изи убивать. Бара крип. Инвокер со страйками добивает все. Пойдет. Пойдет. Так, 1200 есть. Че, медас будем делать или нет? Тут как-никак в керри выходить будем. Как-никак в керри. Хорошо, монет. Что там? Пуш забрал. Пойдем внизу рунку глянем. Бар бежит. У меня КД кнопки. А в реген забрал. Бара. 830 хп. Очень много хп. Не забрать. Не знаю, блин. Нужно с командой, друзья, душить. Бары очень много хп, я не заберу. Алхимик фрифармит. Пастовый радик будет там, как говорится, на 13-й. Пастрадик на 12-й. За космода. А все равно будет делать медас, короче. Ходи, брат. Ты шо? Медас почти есть. Пара. Жесть. Медас швырнем и на базу. Хорошо.
Индас Инвокер тоже купил. Евелинкш продал, да? Прикольный Инвокер. Евелинкш. Абиссал начинает делать так же. Хорошо. Войда убили, да? Прыжок, брат. Далеко слишком направо. Первый шел просто пешком. Ор. Стайзджи. Да-ля, ну все сделал, чтобы ничего не сделал, да? Не заберу его все-таки, что 130 хп, 140, 150. Пошел ты еще 6 лет. Еще 6 арм лет он, смотрите, у пацана. Бежит. Под Т3 давайте, ребят. Значит. А меня то заберу, да, все равно. Рики, тучку, брат, пожалуйста. Господи. Жесть, Рикимару просто срать. Рикимару просто срать. Просто бара бежит, все, Зевса нету. Ну, слабый герой. Слабый герой. Ну, пока, пока так, ребят. Пока так. Будем терпеть. Пойдем инвокера сейчас убьем, наверное. У него там что-то 700 хп, типа там. Просто кнопки две. Один, два. Ульт. Один. И один. Поехали. Можно подбайтить. Забайчено. Ой, нуль. Я постоянно путаю. Сейчас вообще вот сейчас начал очень жестко название артефактов путать. Походу все, это моя конечная, ребятки. Начинаю путать даже название артефактов. Не могу даже выговорить, типа, блин. Shadow амулет. Это жесть уже. Все конечное просто. А, нет у меня кнопок, чтобы дефить. Соло не задефить. Портрет колеса гоняет. Хорошо. А терпим. Первым гол. Пока терпим. Портретки пришли. Тушить лицо. Легионы. Вместе сможем, мне кажется. Я Рикимару, на Рикимару вообще надеяться нельзя. Рикимару. Просто стоит на низе. Не попал, да. Очень близко было. Но с руки душу. Нету кнопок. Парадик пришел, да, пацаны? Ну так вот.
Связались с Зевсом они. Проблема, гребли. Жесть. Жесть. Сами проблем-то гребли. Есть лотар. Там уже ради купаться. О, там и шелкер был. И, ну вот так вот начинаются будние дни. Меня просто бьют, убивают. Помогите! Пожалуйста. Что за бред? Да это иллюзия, что ты делаешь? Ой, раколовки! Войт просто рядом прошел с ним и ГГ. Блин, надо завардиться, походу, друзья, потому что... Боже, посмотрите, как Огру везет на мультике. Вообще жесть. Просто все на мультиках у чела. Походу, придется завардиться, хотя бы два банальных каких-то кемпа надо завардить. Блин, не хватает эскейпа, я уже второй раз играю, вот, и не хватает мне тупо эскейпа на этом герое. Это же, блин, что, дагер, что ли, еще сделать до кучи? Лего вон. Асты есть, есть. Рики умер. Просто все. Так как бэкстеб. Ну, Бара там чаржнется сразу. Этот даст дуэльку. И ГГ. Типа, ХЗ. Фидить, не фидить. Вот в чем вопрос. Ля, ты куда пошел? В стиле, что делаю? Мха, оф. Чел. Чел, мха, оф. МХО, что за дела? Просто пошел тупо. Все, я типа ушел, меня тут нет. Это ГГ. Ну тут что тут помогать? Как вот? Ну я вылезу, ну и что будет происходить дальше? Также все будут убегать, как барашки. Вот и все, я вылез, и что дальше? Вот вот так вот можно сделать. Ну, на меня бежит опять-таки. ГГ. Ну, ребят, не знаю, не знаю. Какое. Найс, молния, братан. Красавчик. Сдохни ты. Давайте вторую даму. Хорош. Жесть. Чё-то какие-то трэшовые катки. Трэшовые. Типа, знаете, такой сноубол получается, что моя команда стоит сзади, а я если вылазю, я умираю сразу. Парни на меня начинают бежать. Давайте дагер, что ли, купим. Попробуем как-то кайтить. Там иншолкер фармит, иншолкер. Линку сделать против бары. Вообще круто было бы. Это реально смешно, когда начинается вот это какой-то файтинг. Я такой стою, думаю, нападать? Нет, нападаю. И такой в итоге на меня все агрятся. Я такой... Ну, понимаю. Чё делать? Чё делать? Чё поделать, ребят? Так и есть, так и надо. Не хочу фазы никакие делать, лол. Мидасы, мидасы, мидасы. SX. Сильверуху первым артефактом сделаем, если что, легион с руки убивать. Или алхимику монетку выключить. Скорее алхимику монетку выключить. Давай пуч веди. Ты же танк у нас.
Неплохо. Неплохо. Понимаю. Ну я понимаю, он на меня тупо бежит. Не надо, даст же. Это жесть какая-то. Я хз, я в шоке. Бара тупо не знает других целей. Хоть вообще не выходи, я вам отвечаю. Вообще, хоть не выходи никуда драться. Вопрос, Бара, а чё на меня? Боже, ну что такое? Просто тупо бежит на меня. Это жесть. Ладно. Фановая катка все равно. Бара Трумы побеждают как никогда. У меня ресы, блин, шоки какие. Постоянно байбекаюсь и ресы по 100 минут. Ладно, ждем. Бара побежал. Смотрите его артефакты. Наромил. Вот, блин. Как сделать героя, который вот такой вот, как Зевс, он слабенький? Как сделать его посильнее? Ля, ну зачем ты? Убегай. Нафиг он мне нужен. Как его сделать посильнее в этой карте? Что нужно сделать? Как нужно роумить? То есть маны не хватает. Нет такой мобильности, как у Бары. Блин, вот, вот тяжело, да, друзья, вот эту механику понять. Вместе надо, блин. Вместе, вместе выиграем. 5 раз я уже сдох. 5 раз, я почти топ-фидер на карте. Классика жанра. Убили. Ну, молодцы. Только все равно сдохните все сейчас. Портретку. Модельку. Иду, ребятки. Я помогу. Я помогу. Линкуйся на меня. Жесть, он лопнул просто. Был вот этого пацана. Этого пацана. О, с руки его душить. Ля, пуш, ну ты шо? Жесть. Ох, что пуш. Просто отпустил его, можно сказать. Ля, ты шо делаешь? А кусать? Кусай его нафиг. Пуш, все нормально, брат. Братан, у тебя дагер есть. Ты что делаешь? Жесть, что он делает? Зачем это делает? Я больше не буду вставляться. Шел-то. Просто, ну это жесть. Я мансу и жду, когда он прыгнет, жрать начнет. Просто прыгни и начни жрать. Что сложного? Вот это я не понимаю. Жесть. Это называется понадеялся на тиммейта с 1 КПТС. Ладно, забейте. Поехали next с тобой. Поехали next. Рики ходит, тучку хоть ты. Вот вообще, где мозги? Мозги, тучку. Тучку дай. Ай, пожалуйста, ему под сейв. Что сложно? Блин, что с этой командой не так? Ладно. Что-то ожидала, не один КПТС, да? Как говорится. Так вот делаем. Что-то надо. Вот она. Сейчас инвокера с лица пойду. Сотру. С лица земли. А нет, туда далеко, братан. Алче. А наверх ушел. Я не пойду, блин, туда. Даже сейчас Бара уже побежит, как обычно. Он тупо вот, ну тупо Бара вот сейчас уже побежит. Вы просто чекайте. Го под жопу помогать. Под жопу помогать. Прыгай и кусай его просто за ноги, за голову, так. За что угодно. Пойдем, если с ними бард. Знаешь, что точно тут есть.
Конечно, надо обойти и побегать вокруг него. Классика девардинга. Да, погнали на базу, мана кончился. Да, вы держитесь. Бар на низу занят. Гоу, 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 поможем ему. Ребят, что это такое? Просто чел бежит под ХГ и типа, ну, никто ему не может помочь. Нашему парню. Жесть. Промах. Ну, классика. Еще скажи, ты меня сейчас убьешь. Раз, ты жми. Ля, он и меня сейчас тупо убьет. Это жесть. Что за бред? Ребят, как бы я не знаю. Дерусь с руки. Выживет. Жесть. Как же классно на баре играть. Надо было по Т4 бежать. Максимально демеджа. Сейчас оба сдохнут. Просто с прокаста. Кайфую, ребят. Я надеюсь, вы тоже сейчас кайфуете с этой игры. Он животное, просто начинает набег, нажимает кнопочку, все. Нету игрока. Сейчас Войд взорвется. Отойди. А Рики что делает? Ну, Рики тоже решил сфидить. Бежали на топ, пробежимся. Чела убить надо. Вард я снял, у него дагер, что там еще? Аганим, да? Нормально огур так пофармил на топе. Всю игру стоит фрифармит. Пацан. Прикольный. Что там, 800 хп, да? Но сейчас крипы подойдут тогда. Не повезло. О, ясно. Боже. Ладно, Тревела свой заработал. Откуда ты тут, слол? Что за невезуха мне, жесть. Иду кого-то убивать, чел идет его под сейв. Вот что тут алхимику делать? Иди, рили, блин, зафармись. Может быть. Он просто пришел зачем-то, не знаю, к огру лоу-хэповому. Ладно, так, 8 раз я сфидил. Сколько раз я сфижу до конца игры, друзья, надо считать. Просто это фановая катка. Такой бред. Мы выиграем эту игру, если затянем. Они не выиграют нас. У нас раз, два, три. Три кора, и я четвертым буду. Но я фижу много. Я не могу не фидить. Как не фидить здесь с барой? Блин, от бары надо. От бары на мартретках крипов прыгает. От бары надо какую-то линку делать, что ли. Друзья, я не знаю. Там алхимик тпшится. У него тараска. Жесть. Хорошо, тревел хотя бы есть. Мы его убьем, нафиг. Оу. Да, сейчас ульта уже упадет. О, он животнич бежит. Пуш стилер. Пуш стилер. Чё за дела? Удушить его. Да ты серьезно? Ты меня еще убей. Жесть. Да что это такое? Вы посмотрите. Просто животное в загоне избивали, а он что-то выбегает и начинает толкаться жестко. Как играть против бары, друзья? Напишите гайд, я не знаю. Это жестко. Это жестко. Давайте, знаете, что сделаем сейчас? Я не знаю. Линку надо от него.
Линку. Салам. Салам, всего хорошего, братан. Линку против бары, блин, сделать бы по кайфу было бы. Вообще-то мейнвокер еще. Хочется нормальную красивую катку в керри показать, а не вот этот шлак, что ты бегаешь, фидишь по КД. Но по-другому никак не получается, потому что, блин, насколько он уязвимый без даггера, этот герой, жесть. Пятером. Пятером надо, парни. 8 раз умер. Ну, наверное, раз 15 я тут умру в этой игре. Но, наверное, контент получится или нет, я не знаю. Вайт умер там. Он тебя сейчас взорвет с прокаста, ультани. Бля, он поотражал вот все. Все, уписился, убегает. Я сейчас с этими ребятами так. Санстрайк, чпах. Чник чпака. Гоу, там, пацана. Хорошо. Чник чпака. Go. Я иду, пацаны. Хорошо. И чни чпака. Go бару. Go его. Кусай его за ноги. Ах, за всю боль. За всю боль, пацаны. Ичничпака. Рики тучку ставит, ГГ. Видите, как уже намного легче. Пара линочку и ГГ. Кайф будет. Пара линочку и ГГ. Хорошо. Линочка и какие-нибудь артефакты жесткие надо нам. Абиссал точно хочу, ребят. Но без абиссала вообще не интересно будет. Прям вот даже хоть бери молния, абиссал. Чё-нибудь и раз. Прям жестко. Чтобы красиво, жестко и интересно. Хорошо. Почти линка есть. Not enough mana, говорит. Это, блин, смешно. Этих игр я ору просто на Зевсе. Я сыграл их уже, наверное, игр 11 где-то. Все никак не могу нормальную керри-катку записать, чтобы прям весело было. А не так, чтобы, знаете, там фит, там не фит. Прям хочется веселую катку. Хочется веселую катку. Что там медас будет, да, скоро уже. За линкой. Хорошо, линка сфера. Остается у нас что тут? Три артефакта, да, остается. Абиссал. Молния. Абиссал, молния. Да, не получилось, да? Прошана прыгает. Триггер. О, алхимик взорвался. Нормал. Ой-ой-ой, не достал. Алхимика нет смысла цеплять. Нет смысла. Что там бара? Дасты есть у бара? У бара нет дасты. Хорошо. Ну, поспамим просто. Ну, забайтишь, я типа ну. Подерусь. Ого-го, не боись его. Он же изич. Хорошо. Нет. Только не на вставочку. Да?
Бля. Чалька. МП нет, да я понял. Жесть, вот это мы их тут нарезали, пацанов. О, молнию сейчас. Молнию. Линка появилась, уже легче против бара играть. Бар уже ничего не может. Хорошо. Хорошо. Боже, это тут еще какой-нибудь слот будет, типа, ну, Abyssal и еще Кираска. Это жестко. Прям овер жестко. Прям овер жестко будет. Легионы. Оу, вообще пофиг. Let's go. Это иллюжн. О, вон он, настоящий легион. Вообще пофиг, гоу. Че бояться? Легиона, что ли? Я с руки его убью сейчас. Abyssal и Кираса какая-нибудь. Вообще по кайфу была бы. Abyssal, Кираса. Каев был бы. Главное, чтобы даст по мне было или гема. О, пар. Души. Ой, шелкер. Так, отойти надо. О, только не в меня. Хороший. Не-не-не, только не умей, пожалуйста. Не-не-не. Ору. Вот так вот. Вот так вот пойдет. Под Рикимару хорошо прям нарезается. Хорошо. Кажется, это молния. Нормально, пошло дело. Линку собрал, пошло дело. Жестко. Этих пацанов забираем, есть. О, не. Хорошо. О, Варуна. Вот так вот. Уже красиво выглядит, да? Сейчас еще Абис. Оу, я вообще сейчас буду просто за космодон ушить. Го, пофармим пока. Фармим пока. Да, я мистер Молоток. Мистер Молоток. Жесть. Я Лего даже, по-моему, с руки убил. Жесть просто. А мана восполняется. Опа, байди, что делать? Байди. Хорошо. Мана хорошо восстанавливается, прям кайф. Драка началась, да? Ребятки, ну я отошел. Я отошел, друзья. Бля, купол какой. Царский. Ну, идем на базу дефиса, ребят. Базу дефиса. О, реки тоже сейчас умрет, да? Тараска у барга? Откуда? Дефник.
Я умер. Да. Чек. А, нет, еще живой. Ну я еще живой, я розовый, теплый. Паса, страйк погнал бы. О, вот такую кнопочку. Погнали. Олег убьет. Нету чаржа. Как вам нравятся эти маски? Эй, не души, не души. Сейчас я тебя задушу. Собрался куда? Хорошо. Сейчас, Пашер, еще. Но минус мид не била, не беда. Минус мид не беда. Пятером, гоу. Сильный. Это врам. Ну, соло я его не убью, конечно. Гоу, Пашер. Новый герой, гном. За космодон. Гном за космодон. В спину, если куда-нибудь зайду, я там инвокера, я изи убью. Прям за космодон. За душу. О, огур. Огур. О, дальше. Сейчас. Огур. Но огур с огром тяжело будет. Проблем. Да, вон оно чё. Пашить. С руки долблю легу. Учитесь. О, гемчик. Ребятки. Гемчик. Я его еще забашил. Слово. Парня. Гоу, продадим. Гем лежит. Гем, 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 гем. Я заберу тебя. Как вам драка? По-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Жесть. Все, гоу на базу. Рики много делает. Рили. Со спины режет по-страшному. Войт там не сломает, ребята. И... Зря они так разошлись. Лучше по одну сторону сломали полноценно. Рики Мир, Рики Мару минус. Да, плохо. Ну, гем выкладываем. Го, варды возьмем. Поехали. Пару, мне кажется, я соло убью. Я его сожгу просто. Хитпоинт его. Значит, с руки просто. Иди сюда. О, барыш тут. Успеваю сейчас ночь. Гоу мид. Мид. Мид го, кто есть. Артретка. Ты что там делаешь? Сладенькая. Сюда поставим вард. Ч,
Сейчас будем дефиться. Мне БКБшки только не хватает, на самом деле. Гоу, ребятам, солить немножко. Надо ХП поджигать. Сейчас бах. Молчаемся. О, вы шо? Абиссала закинул, победил. Абиссал равно победа. Жесть, что происходит? Кто мид тэшку? Парню Абиссал закидываю, парень в шоке. Что делать? Кто там живой? Огур. Страшно. Хорошо, Морта, брат, бери. Блин, а БКБ бы круто было бы, да? Чисто БКБ за космодон забегаешь, лучше. Мне кажется, мне никто ничего не сделает. Если я в БКБшке буду. Так вот. Да, круто было бы БКБ сделать. Сейчас забегу в наглую. Like варда нет. Тэшку. Kind of slow for a human, aren't you? Есть сентри. Сентри нет. Жесть, это такой бред. Заказ у мадам. Это когор. Сейчас будет драка. Веков. Боевиков. Сейчас там пацаны пойдут. Я пошел. Гиперстоуну закажу. Опа. Say go. О. Я его убью сейчас просто с руки. Cool. Это жестко. О, да и тебя тоже выиграем сейчас. А, душим. С Рикимару на пару. Это жестко. О. Ща-ща-ща, бро. А, там БМ. Подожди. Эй, а меня тут не бросай, пожалуйста. Бра. Эх ты. Я байбекаюсь. Ох, повылега. Давай его. Ща. Жесть, вот это вообще мясорубка какая-то. Мясорубка. Это какая-то мясорубка просто. Let's go. Чекнем, варды есть. О, там инвейкер есть, оказывается. Тихо, и конем. Да, надо было бы упор к нему подойти. Просто и все. Жесть, ну это просто овер какая-то жесткая тема. Фаново. Такие замесы просто мясорубочные. Там, тах. Здесь просто молотки летят. Лево направо. Молотки налево направо. Бенвокера надо в спину заходить, забиться. И задышить. Подхукал он ее, да? А, оба умрут. Не-не-не, там нельзя остаться. Можно так игру сейчас отдать.
типа дурша на соло заберу, наверное. Кажется, я алхимика убью. Гоу. Господи, не надо, не надо, бро. Я собьюсь, что кастым. Держи, бро. Мне, блин, без линки нельзя вообще. Ладно, гоу. Оу, щит. Сейчас тут начнется. Меня сбрило просто. Слишком много их тут было. Инвокер, блин, много вносит дэмэджа с этого, с прокаста. Прям пах, все. Я бы мог сейчас тут даже ультру сделать, мне кажется. Даст, ты нажми на Рике. Ой, на Рике, на инвокере. А, не нажми. Санстрайк? Нет, не буду санстрайк. Рики жесть как нарезает. Ля, 20 фрагов по Рике. У меня тоже фрагов много. Ну, Барат тут не выйдет, что честно. БМа нет, в тучкой спине поворачивается игра. Молодец, Рики. Прям жесть. Рики, дай денег. Напишем. Жестко. Пара бэй-бэй. Да, ребят, это жестко. Я даже не думал, что настолько прикольный эффект будет с этим Зевсом в керри. Видели, как алхимика пробиваю? Просто тысяч, 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 тысяч. Все, Рики. Ой, Рики. Алчи, нет, тоже. Это жестко. Правда, что на заставку вставлять? Не знаю. Так сказать, на этот. А, это на вставочку. Это на вставочку. Такого тут не было. Не знаю даже, что вставлять. Но это жесть. Это жесть. Это жестко. Это жестко. О, алхимик фидить пришел. Че, БМ нажми-то хоть. А пацанам пофиг, они в БМ хреначат. Чем спиной поворачиваться? Алхимика ник соответствует. КБ. Мари. Да, Войт там начинает душить. Да, жестко. Я знал, что так, если бы затянется, мы будем так доминировать потом. Но это жесть. Даже не думал, что такой эффект будет. Пацаны затянули. Какой-то Егис выбил соло. Че, погнали душить? Крит давайте возьмем. Крит или без крита? Вот так вот сделаем. Да, пацана. Но я его, наверное, убью, блин. Не знаю. Давайте пусть поднимется на ХГ. Задушил. Go next to go. Кто там? Инвокер. Пофиг вообще. Иду. Хоть легиона. Давай, на вставочку. Посмертный трипл килл инвокер мне дал. Но это на вставочку, да? Жестко, жестко. Не, реально жестко разносит. Я даже не думал, что так может он разносить. Да. Фановая кака получается. Ири. Я рискую. Ля, пуч не может. Алхимик не может убить пуджа. Все, убил таки. ГГ, друзья. Вот такая карточка. Не знаю, что у нас... Что у нас на заставке будет. Конечно, такое. Керри Зевс на вставочке, да? Прям жестко. Даже не знаю. Сочных моментов в этом гайде вообще не было. Прям я так вот думаю, да, вообще не было никаких сочных моментов. Все моменты какие-то изи, катки изи. Ну как изи? Я сыграл игр 12-13 где-то и только сейчас я закончил дописывать этот гайд. Сыграл вот это керри, фановую тему. Ну,
Вроде неплохо вышло, вроде неплохо, друзья. В общем, ну вот такой вот у нас гайдик, друзья. Надеюсь, он вам более чем понятен. Ласткаточка, это чисто фаново. Ну, ласткатка, по-моему, самая интересная была, я не знаю, всех тех, которые были. Как ставить на миде, я показал, как ставить в хардлайне тоже, что собирать, в принципе, и так понятно. Герои, в принципе, не сложные, друзья, и очень, в принципе, легко им контрить. Поэтому, друзья, собирайте Зевса правильно. Рефреш, Октарин, Аркана, можно даже грифсы из Арканы сделать и, конечно же, начинать душить оппонентов. Друзья, в общем, на этом все. С вами был Ксеназос и до скорого. Так, друзья, загрузилась у нас каточка. Что ж, хотелось бы подметить, что Зевс — это у нас персонаж, который не любит таких стойких героев, которые могут переживать его прокасты очень легко и без болезни. Например, Пуш, вот Найкс в рейдже ничего не получит, Сларк зарегенит все. Потом, что у нас, Ля у нас как лагает? Видели? О, уже не лагает. И что у нас еще может быть? Ну, всякие такие хускары могут очень сильно нас напрягать, друзья. Поэтому, как бы, ну, очень тяжело нашему герою будет играться против персонажей, у которых есть какой-то резист, друзья. Вот, так что, друзья, опасно, опасно. Еще и Тини взяли. Тини взяли еще до кучи. Гоу, в общем-то, в любом случае тянуть не будем. На Зевсе выиграем тут каточку. Берем вот такой затар на мид. Поспамим немного молниями. О, бары еще. Ну, бары по КД на меня будет бегать. Ну, линку буду собирать. Тут в любом случае тогда против бары. Потому что по-другому никак не будет у нас тут игра складываться. Давайте попробуем задушить. Берите норм героев. Кстати, играл, не помню, играл или будет эта игра или нет, играл с Дестройером. Блин, какой же кайф с Дестром играть, когда есть Зевс в команде. Просто восстанавливаешь ману постоянно. Это круто. Друзья, существует очень много различных билдов на данного персонажа. Можно играть через Bloodstone, можно играть, допустим, через Аганимы, через Дагера. Вообще разницы нету. В этой катке, возможно, я пойду Bloodstone, посмотрим в ранней стадии, если дадут нам немного понаглеть. Мы быстренько сделаем Бладстоун, с помощью которого мы сможем очень хорошо, даже если вот на расстоянии находимся далеко, с ульты добить кого-то и получим зарядик один. Это очень круто, это очень круто. И мана будет бесконечна, плюс жир, который будет нам даваться, он будет нам позволять жить чуть подольше. Так что, друзья, вот такая тема. Вместо Солдринга Бладстоунчик. Что ж, друзья, давайте попробуем такие, наверное, рели. Давайте через Bloodstone, это первая игра на Зевсе будет, через Bloodstone. И будем выходить в дефолтные дагера, гонимы, просто будем жирные с солбустером стоять на центральной линии и, так сказать, АФК подфармливать. А потом будем, конечно же, додушивать, друзья. Надеюсь, у нас все получится. Поехали, сразу отзоним их, сразу агрессивно молнии пошли. Все, отлично, просто прогнали, забираем руну спокойно, накинем себе кларити и поехали. Просто агрессивно, просто агрессивничаем и делаем все, что нужно. Но желательно сильно не агрессивничать настолько, чтобы потом не ходить без маны и тому подобное. Только что вы видели, что инвокер поставил вард, это значит, что мы сможем вторым спеллом легко его сбить. Поэтому, друзья, не забывайте. У инвокера видели, там ноги Человека-паука имеются. Пока есть возможность поласхитить рукой, можно, ребят, ласхитить рукой. В принципе, ничего плохого в этом нету. Подласхитить рукой. Но вот когда видите, что уже рукой не получится у вас, желательно ласхитить именно молнией. Так намного лучше будет. Найс, мы инвокера продамажили, друзья. Оп, вот так вот делаем, манку накидываем. У него стика нету, поэтому можно не бояться. Главное, чтобы он нам сейчас не сбил манку. Пусть чуть подрегенится. Он бежит прям, он хочет сбить. Опа, мы опа и потратили то, что накопили. О, братан, я еще с руки тебе дам разочек. Ля, там овнят пацаны. Дабл килл еще даже сделали. Инвокеру можно вторым сейчас просто вот так вот подспамливать. Прогонять с линии. Напряжение держать, парни. Чтоб он не подходил и не фармил. А лучше вообще пассивно стоять фармить первое время, чтобы сильно не харасить. Сильно не харасить оппонента. Стики не наполнять. На пятом левеле самые... Пятый и седьмой левел самые оптимальные уровни для того, чтобы харасить. Парочка. Ну, гоу. Нормально, он меня не убьет.
Идёт через шип, посмотрите. О, Вейкера зацепило. У меня на один, на одну модную только. Я походу Вивера засуицидил, да? Но у меня нет кнопок. Забирай руну. А я могу умереть сейчас из-за Вивера тоже, да? Ужас, я тоже умер, ребят. Еще и атмос вылетел. А, он инвокер дал. ЗБ. Я из-за Вивера сейчас умер тем, что подумал. Я подумал, сейчас я его подставляю, он сейчас умрет, надо что-то сделать, и в итоге также и умираю. Плохо очень, все преимущество я отдал сейчас. Давайте на бесплатную ману жахнем вторым. Два удара успел дать. Раз. И вард нам не достался, понимаю. Ну да ладно. Вот так инвокеру и слили мы мид, потому что Вивер пришел и заиграло чувство вот это. Блин, я его подставляю. Ребят, если вы играете, вы должны отбросить эту всю тему, подставляя, не подставляя, и делать то, что нужно. Делать то, что вы должны делать. Инвокер вон сделал, смотрите, и два... Типа даблкил просто, изи. Вон, смотрите, как он прикупился. Хотя на самом деле инвокер слабоват, это видно. Это видно, друзья. Поэтому все вот так вот плохо. Ничего, потеем. Вокер отпивается там. Давайте просто будем фармить туда. Хорошо. Сапог. Есть. Обманку еще. Сапог есть, можно поесть. Как говорится. Молодец, инвокер. На пятом левеле попробуем его подушить. А пока сассируем. Ждем руны. Ждем руны. Кстати, тут через бару очень жестко меня выгангивать будет. Прям по-страшному. Дабл дэмэдж. Жалко, у меня левела нету. Леона идти убивать. То есть. Леон с пол кнопок улетает. Иншокер. Хорошо, дали. Нам бесплатную ману, так сказать, пацану. Пойдем вот так. Инвокер где-то тут стоит, идите отсюда, еще не вышел. Видимо, ждет, чтобы я проходил и дать нам. Кто там убивает? Дайте ему еще раз кнопку дам. Хорошо. Все, можно тупо прогонять его второй молнией, все. Жопа подгорела у инвока, видимо. Жопка подгорела, видимо. Он стики нажал, все, побежал. Пойдет, пойдет. Пока стоим пассивно, выфармливаем. Soul next там, друзья, сделаем. Soul next. Да какой ганг? Я вообще не сформированный сейчас. Какой ганг? Ты о чем? Ждите. Ганги не делаются, ребят, запомните. Ганги не делаются, что дай ганг. Вот, вот мне нужно сейчас ганг для того, чтобы удовлетворить кого-то. Нет, это так не делается. Вы должны осознанно действовать. Когда нужно именно. Нету маны. Оп, вот так вот сделаем. Нету МП. МП. МП нет. Жди. 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 А Леон там такой сладкий стоит. Была бы хоста. Ну, иллюзия, как обычно. Карма. Карма. Стилер, он там убегал. О боже, ну вот я ненавижу вот этого героя из-за того, что все считают тебя стилером. Хотя там чел просто не добил. Убегает, а вы плачетесь. Оп, стилер вообще. Жесть. О, еще и относ, как вы посмотрите. ГГ. Это инвокер мегакил делает? Ля, вообще жесть. Молодец, как камбэчит. Сильный инвокер, да, ребят? Ну, выиграет, наверное, катку. Ну, посмотрим, пока не будем загадывать. Я гангнул топ, но сдох опять от инвокера. Бара инвокер, это как инвокер легион. То же самое, ребят.
Бара инвокера как, это как инвокер Лего. Типа вы даете кнопки и все. Оппоненты в шоке. Очень много урона там. Очень много. Очень много урона. Так, не души. Ты че так нагло идешь на меня? Я понял, меня убить хочет. Ну, можно захилиться с ботла с помощью. Если б крипы не душили, я не пойду. Могу от санстрайка умереть сейчас. Я не забрал бы его. Мне левела не хватает, господи. Да, он жестко отыгрывает. Ну, бара ему всю игру сделал, жесть. ТПС делайте, парни. Помогите. Не могу ничего сделать. А бара меня еще, походу, бежал уже. Светил. О, два варда. Сделаем. Какая паника у пацанов, жесть. Паника. Инвокер убивает. А! Жесть. Жесть. Как же, блин, они боятся. Го, варды подставим, потому что у нас ребята не хотят ставить. Инвокер что хочет, делает. Инвокер уходит. Какой там? Девятый уровень инвокер. С прокасты. От бара на него почему-то на ЕС не бежит, да? Можно вот так вот сделать. По-настоящему. Вот вам весь инвокер. Вот вам весь инвокер. А у них там вон один АФК парень был еще, оказывается. Это плохо. Бладстоун может тут не зайти уже. Бладстоун уже может тут не зайти. С того, что минус один игрок. Чалька, ладно. Плейм. Плейм. Вот так вот делаем. Пойдем аркану возьмем. Хилимся сейчас. Тиник 7 уровень, 1700 хп. Очень много хп у него. Да, фиссуры. А ну он перекрыл меня фиссуры. Жесть. Что с ребятами не то? Я буду на лост хит жить. Пара. Вот так вот даем команде. Команде. Пойдет хоть так. Видите, инвокер просто под бару максимально работает, ребят. Он максимально пытается работать под бару. Поэтому у него сейчас все очень хорошо. Санстрайки, санстрайки, санстрайки и все. Молодец. Юл делает с Юлом, он будет уже, конечно, две кнопки убивать. Хорошо. Прочитано. Задушили. Пара бежит, да? Пойдет. Пойдет. Чинвокер там душит центральную, да? Молодец, сильно. Сильно душит. Ля. Я думал, он уже убежит. Жесть, инвокер в Т2 пошел. Ля, какой наглый. Вообще жесть, что творит. Вот это у него жесткий буст сейчас. Как же бар его забустил, да? Красавчик. Да еще на миду, как мы отсасывали. Получилось так, с вивером сфидели. Тоже решает. А молодец, вроде пытается отыгрывать как-то. Ничего. Больше бы активности. Так, нокер ЕУ. What's happening?
Я, конечно, если соло пойду на него, я умру. Давайте возьмем уплотнители. Какие-нибудь 200 хитпоинтов дополнительных. Ой, ес. Можешь уйти, ес. Не знаю, что с ним это. Можешь уйти, гоу. Это все плачется, все плачется. Барочки ГГ тут. Опа. Кусики. А ты думал, уйдешь? Опа. Догнать и обезвредить. Догнать и обезвредить, ребят. Получилось так и есть, что. Догнать и обезвредить. Хорошо. Задушили. Давайте там ресипи, да? Ресипи и виталити бустер надо будет сейчас. Ресипи, виталити бустер. Ну, нормально, вроде бару переигрываем. Там бара, кстати, бежит просто, глаза на лоб. Ну, чисто бык. Глаза на лоб бежит. Ой, я все накосячил, ладно. Пофиг. Ну, если я не накосячу, это не я, друзья. Хорошо. Остаются копеечки, да? Пойдем на базу потом. Пойдем на руну сначала. Оу, инвой. Эти касты ему собьем. А, он вообще ее по метеорит вообще побежал. Не отвлекай. Не отвлекайтесь на чат, пожалуйста, парни. Феникс, не пиши. Блин, Феникс так байтит всех на чат, это жесть. Феникс всех на чат байтит. Бархутся. 0-4, да и пусть что он 0-4, ребят, но ну я дам ему мут, потому что он дезморалит всю команду. Страшно. Дезморалит всю команду. Просто. Что там? Сапог берем, все остальное забирайте. Хорошо, Bloodstone пойдет на 14. Ну, поздновато, да, наша поделать. Даггер у Леона есть. Хоть я жирный сейчас буду. Можно молнии в пол сейчас делать. Тут оп стоит 100%. Делаем вот сюда молнию. Раз, два, три. Успел, хорошо. Отлично. Так вот делаем. Кого нет? О, по-моему, изи можем. Где-то вард стоит тут еще, походу, да? Бара бессмертный, что ли? Бара просто бессмертный. Да, ему пофиг, он ходит под этими молниями вообще какать. Локер даггер за. Хорошо. Надо тоже даггер, ребят, к этому билду сейчас. Финика тоже там даггер будет. Оу. Да хорош. Толкайся так. Вот Bloodstone, кстати, прикупили, я жесть какой жирный стал. Бара уже толкается, но не получается, как говорится. Оу, щит. На него надо идти. Ладно. Это называется, рассредоточились по линиям и все. Получилось так, что сфидил. Ну, пришлось суицид юзать. Трехкнопочный вокер побеждает. Ну, это пока билд такой, три кнопки. Я думал, в лейте он будет жесть, как на юлах постоянно катать нас.
Это жестко. Так, ну мы резнулись уже. Поехали. Поехали. Вместе, парни. Жесть. Че вы ходите там? Гоу. Гоу, плиз. Ходят. Нам нужно драться. Нужно драться. Пока у Тини нету дагеров, надо драться. У Тини нету дагеров. Все в лесу, короче, стоят. Я тоже хочу фармить. Тоже хочу фармить. Тоже хочу фармить, ребят. Тоже хочу фармить. Тенвайкер тут позиционку, Тенвайкер удержать и все. Молодец. Все, пробис ушел. Равно неуязвимость. О, пайбэк нажал. Страйк делим. Хорош. Беги, я тут не помогу тебе. Так, кнопки кончились. Тебе вообще срать, вы посмотрите. Просто животничий. У меня только мана набралась. Все равно даже я не знал, что он тут. Ладничка. Дагер надо. И вообще Юл надо бы тут еще тоже дополнительно. Дагер, Юл. Дагер, Юл. И не может на топ сейчас смело прийти. Убивать меня. Эти бара бежит уже. Стараюсь сбить его вот этот. Отменил. Да, он бежал на меня, действительно. Бежал. Хорошо, когда мана реген есть, да? Прям по кайфу. И фармить легче не было. Дагер и удочка. О, Брэдхан. Нету варга. Нету там. Инвокер, молодец прям. Ну, будем пытаться. Эшечка. Еще и Леончик там. Опа, ребятки, гоу-гоу-гоу. Хоть Леона, хоть кого вообще. Леона, хоть кого. Бедный Леон. Леон за всех отдувается, короче. Это единственный крип-герой, которого я могу убивать. У него хп мало. Вот на этих пацанов нужен какой-то дагер, блинк. Все, это будет у нас, но не скоро. Надо сейчас прям блинк взять. Блинк. Let's go. Он так уверенно ходит на инвокере. Давайте здесь бахнем молнию. Варда нет тут. Хорошо. Его еще проверим где-нибудь молнии. У нас бесконечная мана. Бесконечная. Давайте здесь бахнем молнию. Нету. Подождем чуть-чуть. Здесь бахнем. Нету. Хорошо, нас стакнули. Хорошо.
И ульчик некстом сделать. Инвокер. Его нужен, ребят. Нету там варна, я чекал. Инвокер просто нас гонит в пятером, гоу. Просто он нас по кругу, блин, этот инвокер водит и все. Кто ничего не хочет делать. Просто возит нас по кругу инвокер. Туда пойди, туда пойдем. Просто нас просто раскачивает и все. Инвокер. Эх, не хватает нам молнию. Не хватает. Да, я молнию не попал второй. Как можно было не попасть этой молнии? Ладно, гоу, тпшка. Мана наберется, пока добежим. Я думал, он до конца будет бежать. Бара. Да, конечно, безусловно. Это смешно, конечно. Толкнул, разбег дал там. Это классика, ребят. Чекайте, смотрите, учитесь как надо. Смотрите как надо. У бары, ребят, берите уроки у этого бары. Как нужно делать. Толкнул, чарши побежал. Забрать никак. Но мне нужно было туда прыгать, в этот лесок, по-любе. По-любе. Только кнопки нет. То есть 80 там хп. Понимаю. Нет, ну только не сбивай. Сбил реген. Но меня тут не должны убивать. Не толкайся, и ультанет еще. Еще сейчас. Да. Ну классика. Просто классика. Я отвечаю. Чарж, относ, побил, относ, ультанул. Это жесть какая-то. Как играть против этого героя? Просто толчок, толчок. Это жесть. Сейчас я бы всех бы убил бы сейчас. Я бы сейчас всех тут убил. У меня реген был 600 маны, я бы нажал бы утли, он бы отлетел, инвокер бы отлетел. Просто сейчас бы все умерли. Мана была, все было. Ну, хз, ребят. Везение оно такое. Ну, карма это не моя. Карма это не мое, друзья. Карма это не мое. Наверное. Но он сейчас меня затолкает, чекайте, сейчас относ, там незер страйки, как обычно. Странно, что он отпустил меня, он сейчас со вторым чаржем может меня убить спокойно. Это жесть какая-то. Это просто какая-то жесть. Как играть против бары? Юл надо. Хоть инвокера убил. Кто радует. А этот бар это просто неистовая вещь какая-то. Это жесть. Мне всегда так везет. Ну да и ладно. Продолжается катка у нас. О, вот она животничает. Бежит 522 МСУ чел.
922 тупо. Пока Тини там даблкиллы делает. Это жесть. Хорошо, пойдет. Пойдет. Тревел теперь. Догонимы. Это жесть. Команде срач. Бесконечный. Даже керри катка поинтереснее будет, чем вот это. Фантом 90 минут пытается радик выфармить. Кто пишет? Мидир, ряк! Мидир! Жесть. Это жесть. Дискорда бы еще сюда запихнуть. Ну, от Феникса надо дискорд, наверное. Я тут заберу уже. Дискорд полезная вещь. Но у меня, видите, Затар вообще своеобразный. Мне тут надо под это подстраиваться как-то. Хорошо. Там еще Леон, да? Станом не попал. Зачем сэнтер? Двакер пониз. Пошел. Транквил, Радик. Классика. Потому что ты инвокер. Зевс обходит, просто бежит куда хочет. Тревела нужно, ребятки. Тревела нужно. Бастард. Бля, чуйка у пацанов. По-моему, один Леон так только отдувается за всю команду. Жесть, ну, что делать? Лучше. Все. Меня попали. Большой тиник. Вот он. Хорошо, победили мистера камня. Победили мистера камня. Второй нажми. 100% второй был. Прикольный чел на этом. О, щит. Юл, можно нажать? А, он меня толкнет. Тайминг еще. Хорошо. Он же меня в тайминг толкнет. Ну, вот так вот и живем. Что делать? Что делать? Тревела-то есть, ребят. Понимаю. Ты что от меня хочешь? Как он сюда вообще бежал на меня? Я умру тут сейчас. Если кентавр не простанет, будет плохо. Видели ли он такой, отменяет, вокруг него бегает. Где-то вард стоит, надо чекать. Где-то вард стоит. Жесткая катка. Интересная. Так, ну что? Что делаем? Надо, блин, провардить, пробахать тут вторым. Ребята, походу, там серьезные.
Господи, закройся, пожалуйста, играй. О, щит. Вот так вот сольем сразу. Оп, хорошо. Это жесть. Линка и у. Хорош. Оно того стоило. Хорош. Вот и вам ЮУ пригодился. Гоу. Потеремся. Но сначала надо раздевардить. Где-то тут. Сейчас вторым бахнем тут. Никогда не заберешь Рошана на своем герое. С Транквилой и Радиенсом. Транквила то еще норм, но с Радиком как ты заберешь? С Радиком ты не заберешь. Найс рейндж, братан. Найс рейндж. Ужас, вы видели, как он кастанул? Это жесть. Я умер, типа, чекай. Давай-ка сейчас на страйке еще добавим. Вот же он просто как бешеный бык. Ору с него. Санстрайк под ногу. Это жестко. Что-то с барой не то. Боже. Это жесть какая-то. Походу я рили медом попал. Потно. Бара тупой просто бежит. И вот он все, вот он убить. Инвокеры со страйки. Эти бегут, Леоны там помогать. Блин, жесткая фигня на самом деле. Очень сильно выводит. Линку, блин, не хочу. У меня тут вообще нифига не остается слотов на то, чтобы что-то собрать полезное. Прям именно, чтобы... Мне тут надо все на выживаемость собирать. Потому что, типа, ну... Другого варианта, походу, нету, я не знаю. По что собирать вообще. Вообще нечего собирать. Аганим? Аганим кайф вообще. Ну, типа, блин, не дают тут собирать его. То есть, если я его тут даже соберу, то толку от него не факт, что будет. Он, конечно, хорошая вещь, Аганим. Но рили. Толку, походу, не будет. Пофиг, давайте собирать. Не знаю, Ктарин я не буду собирать. Аганим рефрешер надо собрать, чтобы максимально поверху давать. И опять бладстоунов. Но видите, там их 4 бладстоуны не набираются. Они не будут набираться, когда там 4 героя. Это потенциально минус один персонаж. Ну, как бы. Ну, реген есть в любом случае. Реген есть. Это достаточно. Достаточно. Ну, не знаю, как вы, но я точно не танк. Не знаю, как вы, но я точно не танк. Смотрите, какой санстрайк, да, вот. Молодец какой. Мы тут все равно увидим. Вон он. Вон что делает. Извращенец. Hammer time. Let's get it on.
А ты, ну серьезно. Господи. Ты фантом с радиенцем. Линка нужна. Первым артефактом линка прям нужна. Не агоним, тут линка тупо нужна. Тупо линка. Тупо линка. Ля, ну вот я как обычно не успеваю. Вот ты меня тут что видишь, что ли? Ужас. Я тут умру, походу, да? От бары. Ну, максимально как могу. От бары бегаю. Все, уже, ну это крайне. Вокера убьем. Хотя бы. Вид зашел, равно невидимость. Умер. Вон он. Умер. Сульпи. Жесть, что за дикая игра. Задушили таки с горем пополам. Чё, хоть тэшку заберем. Бара опять сейчас побежит. Жесть, ребят, я в шоке. Я в шоке. Ну, я понял. Не успеваю, да? Не успеваю. Успеваю. Шо бара не бежал на меня? Жесть, как же они отыгрывают, парни, молодцы. У нас что-то как-то все скучненько. Для Феникс, зачем яйцо поставить? Не знаю, вообще бред. На одного бару ставит ульт. И жалуется, что команда кончена. 800 хп, да? Успеваю, успеваю. Сейчас буст пойдет у него. Дабл кликом его нажал. Не, Векс не раскачан вдруг. Я 300 маны с него. ТТшку. ТТшку хотя бы. Парни не могут зайти, потому что я сбиваю догераем тупо. Могут тупо зайти. Сейчас в лейт будем выходить. У пола гонима есть. Поздняя стадия, вообще жесть. Поздняя стадия. Кто там ЕС остался? Не удивлен, в принципе. ЕС что-то всю катку фидит. ЕС всю катку фидит. Бежит. О,
Блока Б. Да ладно, ща от нос сразу. Юл, можно? Пожалуйста. Ты тоже умрешь. Куда столько ненависти ко мне? 6. Прям они меня тупо хейтят. Ну, Бара хрен с ним побежал. Это понятно. Это понятно. Есть, гоним. Дальше рефреш. Дальше рефреш. Они поем тут на топе. Да что это такое? Алло, соберитесь. Боже. Такие качели, жесть. Они все в меня отдают просто. Леон хрен с ним, 20 секунд КД, окей. Просто за меня идут, умирают пацаны. Я всегда такой какой-то заводящий в роли танка. Роль танка, как правило, в доте имеет смысл таков, что он принимает на себя все основное, а типа, а потом вот такой исход, чела убивают. Убили? Вопрос задай. Блин, не знаю. Не знаю, двоякая тема. Жесть, ну у меня 20-30 секунд еще. Пока есть. У меня есть. Огони. Хорошо. Феник, пизда его. Супер. Смело. Этот. И не просто бить палкой. 200. Все. Погиб. Погиб, Тиник. С палкой со своей. Я не буду подставляться. Вот, папки на меня бережут. Понимаю. Ох, что бара. Ох, что бара. Ох, что бара. Долбат, скинвокер. Уже сбили пацана. У меня дагера нет. Феникс ноет всю игру. А мы ХГ ломаем. И к слову, так сказать. Это к слову. Боже, Кенни быстрый. Опа. Пара бежит. Давайте встретим. Убьем вдвоем тут с Фениксом. Хорошо. Вместо Юла потом можно сделать линку и дальше же будет покруче. Ну, Бара, конечно, бешен. Просто псих. Опять нашел. Ой. Жалко. В БКБ убежал просто. Чел в БКБ убегает. Кто бит деф? Кстати, глифа нет. Я ульт буду держать. Не убьете вы меня.
не убьете. Инвокер, стой, давай поговорим. По-хорошему. Давайте вот этого пацана. Иди сюда. Меня стан даст, нет? Готов. Готов. Готов, фэншокер. Делаем. Бля, просто меня в фокусе. А попадешь? Попал, молодец. Что же, кнопки есть? Хорош, какой же долгий дизейбл. Но еще ульт будет. Хорош. На базу. Взорвет он меня со страйком. Хорошо. Хорошо. Ага, понимаю. Опа, минус два парня у нас, да? Будем дейвиться сейчас на ХГ. Совсем не динамичная катка на самом деле. Какие-то такие качели. Можно было поинтереснее поиграть даже. Форкас, мода, там дорожку пошли. Я пока лица поколочу на рефреш. С рефрешем задефимся. Скучно на самом деле. Ой, себе. Так, на рефреш я не успеваю выколачивать. Пацаны, уже на низу. Ну, скрипов нет, как они собрались заходить. Не крипа. Кого на базу? Да, рефреш будем жать два раза. Раз. Два. Эх, не хватило. Урон. Не хватило, прикиньте. Ну да ладно. Далее. Можно Рошу забрать. Можно Рошу забрать еще. Блин, такая потная игра. Я даже, в принципе, не знаю, что комментировать. Почему такие сейчас просадки? Как, блин, это выигрывать? У нас ЕС 2.14 бегает. А вот не вард. .14 ЕС бегает. Не удается у него. Тут все подфидели, блин, по-страшному. В принципе. Сюда пацаны идут. Я чисто с третьего Рошана сжигаю.
Ходить бить не хочу, потому что будет клепать. Собирайте. Хорош. Хорошо, там за космодон начался, да? Ага, вижу. Он Юву меня отдал. Вот, смотрите, он просто оббежал там, жесть. Просто оббежал там инвокер. Но рефреша нету, чтобы ультой светить. Не хотел я у инвокера светить тупо ультой, потому что, ну, это нецелесообразно, я считаю. Типа просветить, чтобы нажать ульт и все, типа, ну, неинтересно. Инвокер просто 522 МС обмена. Мета. Он не зашел, нет смысла. Это не шокер. Эге. Проиграли, пацаны. Хорошо. Бласт, жесть какой жесткий на этой карте, конечно, инвокер. А рефреш не буду жать пока. Да, Юр, успею? Успею. Для ульта успех. Жесть. О, хорошо. Такой бред. Колодец здесь достает и убил меня. Эге. Тупая игра. Жесть просто. Но не дали просраться, так сказать, своей команде. Дали просраться инвокеру, который хорошо за счет бар доминирует. Но их 4. Видите, как мы тут четвером все равно получше отыгрываем. Все равно получше отыгрываем. 4 все равно получше отыгрываем. Такая себе катка. У меня 8 секунд рез. Хорошо. Вместо Юла взять, иметь рефреш. Ой, рефреш этот. Октарин, погнали. Октарин возьмем. С Октарином будет веселее. С Октарином будет веселее. 4 секунды КД второго, это жестко. Это жестко. Оп. Кстати, парни. Что еще делать? Ждем ультов. Аганимов, рефрешей. Так, вот это. Вот там фантома убивает, да? Да, фантом. Я типа сделаю. Не убьете. У меня 3200 хп. 6. Просто. А, с руки. С руки просто пацану дал. What the hell? Как говорится. Лол.
Да не убьете. 3200 хитпоинтов. Это очень много. А, так, может, и убьете. Так, конечно, убьют. Поехали. Кнопки жать не буду. Сейчас рефреш будет. Сейчас. Вот так. Потеем. Да. А меня сейчас убьют, да? Да, меня опять убьют сейчас. Мне никто не поможет. Yes. Никто не поможет. Феникс вообще у нас страшный. Жесть. Всем пофигу на игру. У всех свои таракашки. Я дал минус 2, минус 3 дал хороших, и все остальные стоят. Эй, а что делать? Я не знаю. Жесть. Это такие качели чисто, я хз. Чисто такие качели какие-то. Чисто качели. Ну да ладно. Ждем, короче, еще реса. Ждем еще реса. Yes, умер. Форс. Дагерок. Поньк. Я у них топ падает пока. Вакер увидел его. Если по карте смотрит, то должен был понять. Вот эту тему. Так, ну топ у них упал почти. 12 секунд я ресаюсь. У нас бежит пара. Пара заряженный, 6-слотовый. Жесть, как они только и пытаются выиграть эту игру. Я не понимаю, что происходит. Фантом там лук пул. Как там рефреш? 40 секунд. Это жестко, конечно. Это жестко. Не знаю, ждать их, что ли? Всех. Вот такое. Хата катается, пара Трумовская. Поехали. Пару убивать. У него хп немного, кстати. Убьем за фиссуру. Нам придется, наверное, кнопки нажимать. Ну, он эхо лишь решил стрелять. Через эхо, да. О, байбек. Сразу. Я понимаю, но у меня байбека нет, кстати. Покер начинает, да, драк. Эх, все равно бласт поставил. Щит. А, щит. Затолкал, чё просто. Феникса есть ульт? У него есть ульт, не хочет его ставить подо мной. Ну, буду драться как мужчина. Не, невозможно, затолкал просто. Жесть. Фиткатка. Станы. Так, сразу нажми стан. Вот здесь еще мог нажать. Жесть. Боже, что за сопротивление жестко. Как будто, блин, какой-то захват и каких-то, блин, этих нехороших мест. Фантом, конечно, без этого. Без диффуза. Без диффуза страшно. Рапира. Рапира тинь.
Жесткая какая-то катка первая, не знаю, ребят, такая страшная игра, аж прям не могу представить, что будет некстом. Тини убивает фантома, убивает Тини или Тини убивает фантома, там непонятно пока. Вообще я убью Тиника. Тиника я убью, я его просто за прокаст убью. О, так он не уходит. Лол. Let's go. Изи. Okay. Его убьем сейчас. Рапиру заберем. Рапиру заберем сейчас. Хорош. Айо. Сейчас буду в упор подходить и дышить. Дагер разбили или забрали? Дагер забрал. Зачем забрал? Для красоты. Поехали, сейчас кнопки нажимать. Сейчас в упор буду подходить и душить с руки. Оу, не дают в упор подойти. Ладичка. А я с руки бахну. Станкой. Да, вот все в меня нажимает. Леон, я же тебе сейчас с руки просто дам. Дайте ударить хоть разок. Где я? Вот он я. С руки бью. С руки бью. Гэгэээ. Наконец-то. Не знаю, как, насколько жестко надо было запотеть в этой игре, чтобы ее выиграть, друзья. Ну, хз. Не буду, наверное, не знаю, буду вставлять ту катку или нет, но... Это жесть какая-то, я не знаю. Какая-то кака. Линка нужна была тут в этой игре. Без линки тут, конечно, делать нечего было бы. Но, а так, в принципе, ну, пойдет.